Запускаемся, ну чего ты? Все, мы уже везде запустились. Запустились, в космос запустились. Сейчас, Люсенька, все будет нас хорошо. Нас запустили в космос. Какой космос? На ракете, Люсь? На какой ракете? На большой и красивой. Ты же моя фантазерка. Ну давай наше стандартное приветствие, да, для всех, кто первый раз подсоединился в наши соцсети, девочки. Да, нажал кнопочку, а тут и мы. А опля. Тут мы, да, модная пышка. С вами Люся Даймонд, a.k.a. Даллас и Вова Люкс. Люкс. Вы на канале Модная Пышка. Да, но еще не забывай, у нас еще Ира там будет. Ирочка, да, Ира Ирен Лакруа сейчас скоро появится на ваших голубых экранах. Да, на... А я снова напоминаю, что это модная пышка, девочки. Женская одежда, магазины больших размеров. Три магазина. Город Жуковский, город Коломна, город Орехово-Зуево. Сегодня мы снимаем в городе Коломна, торговый центр Московской области. Да, спасибо, Люсенька. ТЦ у нас какой тут? Здравствуйте. Глобус. Глобус, торговый центр Глобус. Это мы про Коломну. Значит, магазины у нас три магазина. У нас интернет-магазин есть, также сайт есть, mpxxl.ru. У нас все есть. У нас все есть, девочки, мы есть во всех соцсетях. Как же радостно в душе. Большой ассортимент, Люся. Оккупировали все. Люся, большой ассортимент одежды. Великолепный сервис, индивидуальный подход каждой клиентке. Размерная сетка такая широкая, с 54 по 72 размер. То, что три магазина, я сказал. Отправляем заказы, девочки, по всей стране. Транспортной компании, СДЭК или Почта России. У нас даже за рубеж отправляем. Даже за рубеж. Люся, да, какие да. же вы молодцы. Мы молодцы. Высылаем электронный чек. Все красиво. Консультанты всегда измеряют все по вашим параметрам, девочки. Поэтому не забывайте, да, прежде чем сделать заказец. Самое главное, товар у нас сертифицирован. Сертифицированный товар. Весь, все шикарно. Есть лицензия. У нас на каждом товаре. Да. Что у нас есть, Вова? Что, Люся есть? Ну, здравствуй. Можно тебя немножко посерединке? Вот, вот, все лучше. Ой, какая ты Марка. Красивая. Марка, честный знак. Не забываем, да. что одежду сейчас, если вы покупаете, на каждой вещи да. должна быть марочка да. честного знака. Чтобы все было красиво. Это о чем говорит? О чем? О чем? Что товар у нас весь сертифицирован. Не подложный, не привезенный откуда-то из-под подполья. Не какой-то папье-маше, да, да. А все натуральное, все честно закуплено у производителя. И мы как раз, Люсенька, остановились с тобой, как вот сделать заказец, как выслать параметры. Можно на WhatsApp, девочки, пожалуйста, у нас всегда под нашими эфирами в описании. Опять мы не сделали, надо было всем. Не переживай, под нашими постами вы всегда можете найти в описании все наши адреса, все наши ссылочки на все соцсети и все наши телефоны. Люсь, тебе не кажется, вот что у меня сегодня все, какой-то все сиплый голос? Тебя кого? Это не бесит? У нас у всех сиплый голос. Хочется какой-то такой кристальной чистоты, какого-то такого мужского, надо пополоскать ромашечкой. Манящего тембра. Девочки, пожалуйста, кто может... Да, еще мой телефон давай. Заварите ромашки. 925-855-55-34. Закройте дверь в квартире. У нас всего только три телефона магазина. Да, потому что три магазина. Мой телефон WhatsApp да. и телефон директора. Да. Больше других телефонов нет. К чему мы это говорим, девочки, вы спросите. Остерегайтесь мошенников, да, всегда проверяйте, по каким телефонам вы общаетесь с нашими магазинами. Все наши телефоны в описании. Мы научены горьким опытом. Да, в описаниях телефона всегда проверяйте, да, где вы, в каком описании. Под постами, под трансляциями. И самое главное, не заказывайте под постами, пожалуйста. Ни в коем случае не задавайте ваши вопросы под постами. Вы можете писать только какие-нибудь красивые слова, типа «Люся, вау, ты такая да, прекрасная да. сегодня», да, Вова, мы любим тебя любого, но не хвалебный опыт. Да, да, не пиши. А можете свой экспириенс по поводу ваших да. покупочек писать, да, там, как вам вещь обязательно, да? обязательно. Но все вопросы по поводу одежды обязательно присылайте нам на WhatsApp или звоните по нашим телефонам. Все телефоны в описании, девочки.
Так, все. Да. Люся, ну, Ира пока у нас переодевается. Что, начнем? По поводу скидок, Люся, ты не забывай, что для всех подписчиц, девочки, действует скидка 5%, в день рождения 20%. Если день рождения на неделю, то сколько, Люсенька? 10%. 10%, как же хорошо. Вот, представляете, какие у нас скидки? Ох. И у нас на сайте еще есть какой раздел? Раздел акции. Да, не забывайте, сайте, заходите на сайте. На сайте обязательно забегайте, девочки, раздел акции. Такой сладенький раздел. Да, там кстати, у нас найдете. Очень хорошо продались, да, у нас очень последние размерчики, да, найдете. Причем акция у нас была такая вообще обширная, да. Каждая единица по 500 рублей. Да, Люся редко, но метко, 500 рублей, да, она это умеет. Еще осталось, так что заходите, смотрите, заказывайте. Еще просьба для уважаемых дам, ставьте лайки, пожалуйста, нашим трансляциям и видео. Для вас обязательно, это секунда времени, а для нас невероятная помощь и поддержка. Это помогать, продвигать. А наши ролики везде трансляции, чтобы мы купались в вашей любви. Люсенька, в поддержка любви важна. И роскоши. Да, и поддержки. Обязательно поддержка нужна, да, обязательно. Все, Люся, мы сегодня показываем одежду, как ты уже догадалась. Да, у нас есть что-то новенькое, то есть мы начинаем получать уже нарядку. Да. Сейчас мы вам показываем несколько вещей, причем не на мне, да, у нас все демонстрирует. Здравствуйте, Ира. А вот и Ирен Лакруа в прямом эфире для прямом вас, эфире, девочки. Да. Здравствуйте. Наша потрясающая, великолепная плюс-сайз модель. Да. Модель, да, лучшая. Наконец-то сбылась мечта стать моделью. Какая же ты молодец, Ира. А ты мечтала? Ну, надо же сказать что-нибудь хорошее. Девочки, не отвлекайтесь так, от ну, темы. Сегодня Люся, мы покажем комплекты. Да. Комплекты, да? Да. И не будем долго тянуть лук. Да, всё, не будем лук. Я немножко тянуть. Отойду в сторону, это потому что акцент у нас сегодня только на Иру. Только я на немножко Ирен Лакруа. Так сбоку вообще, сбоку припеку, так чуть-чуть. Ты сильно не уходи, Люсь, прям сильно. Ира, посмотри, джинсы. Почему ты не носишь джинсы, Ира? Да, Ира, почему ты это вообще делаешь? Просто, вообще супер, Ира, Люсенька, просто вау. Мы это новые джинсы, да, которые мы получили. Новиночки. Это новиночки. Они у нас есть отдельно показать? Да, там где-то у которых вот так вот завязано. Вот это? Вот, мы, значит, сегодня стартуем с джинсов, как это я показываем понял. Джинсы, вот они у меня в руках. Это вот значит, такая модель. Что, Люсенька, это зеленая варка. То же самое и на Ире прямо сейчас. Те зеленые. А так. У нас такие были точно зеленые варка. Были доброе утро, добрый день и добрый вечер. А вообще-то спросил нашего, вообще кто-нибудь слышит, Вов? Девочки, напишите, пожалуйста, где написать? В чатец напишите, да, вы нас слышите, Ира, видите, можно все ли еще хорошо. Глянь. Я не знаю, и поставьте лайчочек, поддержите нас, потому что сегодня такой тяжелый день. Ты вообще, ты не представляешь, как странно. Звезда. Нет, да, как? Напишите, какая я звезда. Напишите Ире, насколько она звезда в да, этих просто джинсах. Ира у нас всегда носит брюки, и да. Джинсы она как-то еще к ним не приспособилась. Почему нет? Я как-то раньше носила по молодости. А ты что, старой стала по молодости? Ты что, старой стала по молодости? Прошла молодость, прошли джинсы вместе. Просто сразу вот она же видит, да, смотрит объективы, все видно, как стройнят джинсы. Джинсы это вообще, это, я не знаю, что такое, это какой-то унисекс. Они идут всем, джинсы. Идут, извините меня, и худеньким. Идут и полненьким, идут и пышным, дамы. У нас джинсы до 70-го размера. Ира, ты какой, 60-е одела? Да. Ира, 134 бедра. 60-й размер джинсы, на бедра 134. Великолепный эластан, просто великолепный эластан. Можно было, наверное, и 58. И 58 ты даже вошла. Здесь круговая резинка, посадка так, Люсенька, глубокая. Ты знаешь, я тебе скажу, тебе надо поближе к Ире все-таки быть, если ты хочешь показать нам, и чтобы мы все-таки увидели как-то эти джинсы, да, потому вот, что смотрите, как тянутся. Получается так, что не во все объективы ты влезаешь, да, понимаешь? Что, да, сейчас я все подвину, я такая девочки. Стала большая. Сейчас ну, я модель, подвину. Это я не влезаю во все не объективы. Возможно, потрясет. А ты, может быть, объективы свои не прям поставил, а чуть-чуть ко мне повернул? Да. Люся, как тебе сказать? Ладно, я джинсы покажу позже. Сейчас весь акцент на Иру, да. Джинсы Ира, крутись. 700, пока мы да. Не 4800 джинсы. Да. Прямая нога.
Не да. широкая, но довольно-таки приятная и комфортная. Да? Да, на больших размерах увеличивается ширина, и они кажутся такими трубами сразу, чуть пошире. Да? Да. Они длинные, да. достаточно. Глубина посадки, Ир, глубокая. Да, прям до талии. Очень-очень удобно по посадке. Вот прям на талии, на талии. Да, и эластан шикарный. Под джинсики мы... Все кармашки рабочие, да. и на попе, и спереди. Смотри, и рубашку какую нашла, ты посмотри. Да. Посмотрите. Боже, какая рубашечка, какая девочки. Рубашка. Просто невероятно. Рубашка как хлопок вообще. Посмотрите, какой принт. Пуговки, а рукав какой у рубашки-то? А, сейчас мы снимем. Давай. С пинжачок. Давайте посмотрим вот на эту рубашку. Посмотрите немножко на рубашку. Немножко все как сегодня артхаусное, вы не замечаете, не чувствуете? Покрутись, Ира. Мы вообще такие творческие люди. Все да, мы сегодня вау. Очень вау, загадочные. То есть с джинсами эта рубашка вообще просто вау. Рукав, обратите внимание, да, какой здесь можно. Молнии, сколько здесь деталей. Не просто блузка, рубашка. Здесь вообще весь блузон в деталях. Принт. Пуговки золотые, молнии, рукав широкий, блузочный. И самое интересное, это хлопок. О, как хорошо. Хлопок. С эластаном. А сколько куда надо же без хлопка, 6200. Размерчики 6200. С 56 по 62. По 64, вот он на мне. По 64. А про джинсы по размеру не сказали. С 56 джинсы до 64 размера. Даже есть джинсы, сейчас покажем, по 66 размер. И наш жакетик. Да. Цвет жакетика камень. Это вообще... А вы его одевать не будете, да? Ну, только что сняли. Ткань нарядка, костюмная ткань. Это пока только начало, девочки. Да, это начало. Что будет дальше? Спущенный рукавчик, рукав широкий. Вот смотрите, жакет ну оверс... да, на полные руки оверсайз, жакет 56-60, застегивается на одну пуговку. Да, даже... Мне не застегивается. Между прочим, чтобы тебе застегнулось, можно просто пуговочку вот сюда перешить. На видишь, как чуть-чуть перешить пуговочку вперед на 62. Вообще я так... бы не догадался. Вообще такой, не надо, Ир, такой жакет не застегивается. Вообще он двубортный, но да. просто на мою талию... Он на распашку. Надо. Ну, оверсайз 56-60, жакет у нас стоит 7. Ровно. 7 ровно. Точно 7 ровно? Да. 7 ровно. Вот смотрите, вот да. такой у нас комплект. Жакет 7000. Блузон 6400. 6200. Слушай, я стабильно на 200 рублей. На 200 рублей. Я вообще не понимаю, что происходит. А что происходит? 6200. И 4800. И 4800. А что происходит? 18 тысяч без скидок. Без скидок. А если подписчическую скидку применить, то 17100. А если в день рождения прийти... Сейчас она быстро... Смотрите, как хорошо. 14400. Вот 14400. Это интересно, да, девочки, поэтому не забывайте Кань, модель, скидочки. Все комфортно, супер. И жакет, он воздушный, жакет на подкладе. Очень красиво, посмотрите, какой подклад, и красиво у жакета, полосочка, конечно, под... да? можно подвернуть рукавчик, он будет точно такой, как подкладочный, это сейчас дюже модно. То есть вот такой у нас получился, вот посмотрите комплект. Дюже и с джинсами. Модно. Вот джинсы. Джинсы просто супер. Кстати, ты подвернула джинсы? Они мне длинные. Нет, чуть-чуть. А ты да. видишь, какой зеленоватый там цвет? Да вроде нет, обычный, не знаю. Давайте мы как-нибудь в следующий раз об этом узнаем, насколько он зеленоватый. А что такое? Куда ты торопишься? Ну, не знаю. Я вообще почему-то думаю, что вот слева джинсы не такие, как на Ире. Нет такого? В смысле? Это те же самые. А, ну тогда все, мескузимуа. Вов, ты чего? Мы еще другие не показывали. Мы все на Ире посмотрели. Ира, данкишен огромный тебе. Да, спасибо большое. Ира, комплект просто изумительный вообще. А с Люсенькой мы рассмотрим джинсу поближе. Потому что все-таки на Ире как-то не все мы увидели, потому что жакет прикрывал, вот, например, эти висюльки, да, мы не заметили красные. Шнуровка, да, бордовые даже, девочки, бордовые. У нас еще есть джинсы с другими висюльками. Да, то есть details все-таки рассматривать удобнее, когда джинса посмотрите, у Люсеньки в ручках. Круговая резинка. Да. Чуть-чуть как джинсы Люсенька, тянутся. Чуть-чуть, моя хорошая. Сюда? Да, данкишен. Посадка. Посадка высокая. Ира сказала просто, вот у нее 60-й размер. Да.
Хотя даже она могла сказать, что вообще могла бы и 58-й одеть. Посмотрите, полностью посадка до талии. Джинсы очень удобные и комфортные. Состав джинс 95 хлопок, 5 эластан. Посмотрите, как тянутся. Они как очень комфортные. Вообще, ну все, я, по-моему, все рассказала. Да, Люся, и длина у меня рост 1,64 м. Длина. Мне кажется, даже на 1,70 м эти джинсы пойдут. Если Ира подвернула, на 1,70 м будут эти джинсы. 4,800 с 56 по 64 размер. Сейчас под эти джинсы, Вов, да, я хочу показать вот такие джемпера. А вещиц, кстати, будет сегодня много, девочки, интересно. Просто плюс... как-то надо вот этот момент, когда Ира переодевается, да, надо как-то нам это забить. Ты думаешь? Конечно, я же не буду стоять. А я хотел как раз поговорить про людей, которые перебивают других людей в тот момент, когда тебе говорят, как ты думаешь, это культурно или не культурно? Ну, это вообще всегда было не культурно. Согласись, вообще безобразие какое-то. А ты хочешь бардак. Сказать, нас кто-то перебивает? Нет, ну тебе не казалось, что ты кого-то перебиваешь? А мы с тобой все время друг друга перебиваем. Тебе не кажется это? Нет. Но у нас с тобой такая игра. Это не означает, что это не культурно. Мы с тобой, это как бы такая у нас связь. А мне это у нас шоу перебивания. А мне почему-то всю жизнь с детства казалось, что ты меня перебиваешь, а я тебя нет. Не было у тебя никогда такого? Нет. Нет? Девочки, нет. Сегодня будут эксклюзивные курточки. Я хочу вам напомнить. Очень новые. Сегодня курточки такие вообще будут. Очень свежие и очень, я бы даже сказал, Люся, космические. Да, моя хорошая. Вот, посмотрите. Джинсы, да? Опять джинсы. Ира джинсы показала сочетание просто с блузоном и жакетом. Да. Я вам сейчас хочу предложить под джинсы вот такой джемпер. Не вообще. Только под джинсы, можно еще под, как вот у Люси, но я вообще, кожаные штучки. А, под вот такую юбку будет. Ой, класс. Под юбочку, да, девочки, как хорошо. И грубые ботиночки, понимаешь? Ботинки здесь 100%. Я тут королева, 100%. Да, я никаких каблуков, здесь грубые ботинки контролирую нужны. Ситуацию, да. Джемпер у нас идет в размерах 56-58 и 60-62. Сразу оговорюсь, что джемпер не длинный. Ну, он такой достаточно длинный, чтобы не говорить, что он короткий. Я но и не короткий, скажу. Он не, как да, говорится... Это не кроп-топ, понимаешь, да? Да. Это у нас трикотаж. Вот да. То, что вы видите у нас спереди, да? Да. Это напыление на трикотаже. Очень приятно. Это напыление. Это нека кожа. Очень это ткань. Секси. Да, да, очень секси. Yes. Особенно вот эта молния. О, да. Да, обработана, где вырез V-образный и молния, да? Так грубая, грубая, железная молния. Как сзади хорошо. У нас идет просто трикотаж. Да. Рукавчик у нас регланчик. Регланчик. 4800. Вот такой джемпер стоит. Я уже показала вам, да, с джинсами. Да, под уже юбочку. Заодно вот такую юбку я хочу показать. Вот, нет, все-таки вот перед юбки. Да. Это уже эко-кожа. Ну, какая хорошая юбки юбочка. Разлетелись. Мы почему-то все время не успевали в эфире рассказать про эти юбки. Да ты чего, Люсь? Да. А как это разлетелись? То есть, вот, например, допустим, да, вот хочется очень юбку это они сейчас. На сайте как только появились, да. Как только мы внесли в программу, они появились, да. Они уже разошлись на сайте. Хорошо, тогда сколько юбок у тебя осталось, моя хорошая? Одна! Ты нам расскажи. Да ты чего? Одна всего юбка одна. У нас осталась. Одна, всего сразу одна вспомнил, юбка, да? Посмотрите. Помнишь, песня про звездочку какая была? Модель? 64-го да. размера. 64-й, девочки. Опять посмотрите, какая рубрика резинка Люси, у нас. Рубрика наша любимая. Покупаем, успевай, поторапливаемся. Да. 64-й размер. Она а книзу у нас такой, какой у нас? Как приятно. Как баллон, да, баллончик. Боковые карманчики. Как же хорошо. Эко-кожа мягкая, мягкая. Вообще бесподобная юбка. А-а-а. Осталась одна в 64-м размере. 6200 юбка стоит. Ну, теперь внимание на Иру. Так, подожди, нам тут пишут. Speak in English. I'm sorry, we cannot speak in English because we are from Moscow. Thank you very much.
Все поняли. Russian. Все поняли. Конечно, поняли. Но там говорят speak English, а мы not speaking English tonight. Ну, говори еще по-английски. In English? Да. Вова очень хорошо по-английски говорит. Okay, the beautiful ladies here are host trying to present a new clothes, a new models, a new types. Вова, кто-то хотел просто приколоть. А, да? Да. Типа, а вдруг он на английском не скажет? Знает английский, прекрасно знает. Так что, не переживайте. Си-си, спасибо, си-си. Так, китайский. Да, следующий комплект. Джинсы те же самые. А, джинсы оставили вы все-таки, да? Мы только будем менять теперь верх. Джинсы. Мы теперь покажем, как сочетается с джинсами. Ага. Прекрасная рубашка в клетку. Да. Это клетка всегда в тренде. Клетка и полоска, но это у нас всегда в магазине есть и клетка, и полоска. Да. У нас здесь состав, по-моему, очень хороший состав. Здесь у нас какой-то есть хлопок и шерсть. Вот да в этой вы чего, рубашке. Девочки? Да. Вот уж неожиданно. Да. Я могла бы и другую рубашку. Осознаем, да. Шерсть эластан. Ну я же говорю. Есть. Вот смотри, Люсь пишет, уважаемый оператор, вы мешаете смотреть обзор. Можете не комментировать, получается базар. Нет, у нас шоу, ребята. Давай не будем подавляться, Вов, и читать этого не надо, я тебя умоляю, у нас шоу. Люся, господи, ты что так переживаешь? Это один комментарий из миллиона. А зачем ты его прочитал? Ну-ка, мне интересно, мне хочется больше таких комментариев, мне хочется общаться. А, да. Давай, общайся. Как-то, не знаю, углубиться такого в эту тему. Такого комментатора еще поискать надо, ребята. Люся, ну прекращай ты, господи, давай. Ты продолжай, давай. Про сколько рубашка стоит? Клетчатую. Клетчатость? Клетчатая рубашка, сколько она стоит? Я только что помнила, но я уже забыла. Ира, 6 тысяч рублей. Рубашка, да. А футболка 4. Да. Рубашка у нас 56 по 66. Вот на мне 64. Да. Футболка с 56 по 64. Футболка стоит, я не помню, сколько. 4 тысячи. Рубашка 6. И футболка на мне 64. Да. И джинсы 4800. Ира, можете спинку показать рубашки? И здесь у нас не просто клетка, у нас кокетка, джинсы вставлены, видите? Есть у нас встречная складочка. Ткань очень мягкая, комфортная, прям воздушная. И рубашка просто классно смотрится с джинсами. Она и с брюками хорошо пойдет. Только поменять любой другую футболку, какую-нибудь однотонную топ, она и с брюками тоже будет сочетаться. Может быть, классно. Даже джинсы посветлее, не знаю. Может быть, белые. Может быть. Но, да. Ребят, сейчас зима. Да. Куда белые джинсы? Ну и что? А мы хотим яркости этой зимы. Вау, вот Ира, у тебя есть такая возможность белые джинсы одеть? Зимой? Да. Или ну, сейчас? Снег, вдруг они у тебя с собой всегда. Не будет грязи, я могу и в белых. Что, правда, что ты зимой можешь белых ходить? У меня вот толстый такой костюм спортивный, он молочный, я хожу в нем. Что когда ты... грязь, я брызгаю, знаешь, ногами вот так. Я назад. Тоже брызгаю, у нас все поэтому, брызгают. Когда грязь, я не могу, а когда да, мы снег, любим брызгать. Так, комплект мы показали. Да, цены мы рассказали. Цены мы рассказали. Шикарно, подожди, нежно. А мы про рубашку не рассказали. Здесь пуговки какие, Ира, поближе подходи. Металлические пуговички, да, девочки. И длина рубашки, длина рубашки. Рубашка не короткая, рубашка до середины бедра. То есть паховую зону все прикрывает, кто не любит короткие вещи. Вот на Ире все это видно прекрасно, да? Длина рубашки. А рост у меня 164. Слушайте, ну тогда у меня какой, если у меня 164? Одинаковый. Я-то в кроссовках, а ты? А я что, у меня чуть-чуть тоже? Чуть-чуть потолще. У меня тоже ничего нет. Хорошо, у меня 1.68 м. А у меня тогда сколько, я не понимаю. А у тебя 1.80 м. С ума сошла, у меня 1.86 м, Люся. 1.86 м. Гром, Вова, 6 сантиметров. Смотри, как он обиделся сразу. Как он обиделся. 6 сантиметров. Обиделся. Вова, 6 сантиметров. Девочки, вы что сейчас вообще тут так, говорите? Мы говорим, что она украла у тебя. А, украла 6 сантиметров. Да, видишь, кошмар он уже какой-то. Все, вау, тебе. Да, меня сначала в комментариях оплевали, еще Ира шутит надо мной здесь стоит. Ты представляешь? Какие шутки, Вов, всерьез? Еще хуже. Никаких шуток. Да, рукав у нас вточной, полная длина рукава, манжетик, как положено рубашкам, все при ней.
и качество рубашки просто великолепно, и состав просто супер. Вов, я тебя умоляю, не надо, ничего не надо, Вов, не надо. Чего ты? Мы продолжаем. Но там как раз хвалят, пишет, если наш оператор перестанет комментировать, я перестану смотреть, Володя наш все. Конечно, это неинтересно, представляете, сколько каналов просто тупо стоят и говорят, блузочка, брючки, размерчик, повертелись и пошли. Ребят, ну это неинтересно. Тут даже другой вайб. Мы просто такие, Люсь, вот и все. Мы вот такие, ребят. Что греха таить? Тут ничего не сделать. Вы представляете сейчас, сколько у нас продолжателей того, я уже смотрю другие, да, каналы. Ну ты прям вообще... Да, это вообще, Вов, столько перенимает. Мне просто так интересно. Ты бы оставила вот эти разборки и склоки, хотя бы когда у нас 10 тысяч стукнет на YouTube. А что мне... Ты прям все карты сразу. Мне наоборот, это по кайфу, Вов, мне нравится. Значит, мы идем по правильному пути, Вова. Люси, я даже не знаю, что тебе сказать. Я всю свою скромность какую-то пытаюсь транслировать. Да, не забываем ставить лайки. Пытаюсь не скромность транслировать, а все приходят в комментарии, да, рыгают на меня. Зачем? Представляешь? Господи. Ужас какой. Не надо быть скромным, Вова. Да я... Господи, я притворялся, Люся. Он пытается прикинуться и никак. Конечно, я пытаюсь, все пытаюсь, но меня прямо это вынуждают. Ладно, все, работаем, девочки, да. Ничего. Ира, на следующий так, комплект. Люся, вот на тебе кролик блестит, он вот неспроста, мне кажется. Вот, ну, неспроста. А что значит, что блестит неспроста, скажи? Ну, мне кажется, это можно тоже как-то приобрести в твоих магазинах. Можно. Да. Можно. Ну, а чего ты? Мы не знали, что, чем, да. Чем развлечься, да, спасибо, что приодеть, Тамара, что за поддержку. Что, спасибо. Да, вообще не знаю, но кролик есть у нас. Да, он блестит. И черный, и бежевый. Да. И смотрите, как он вообще классно смотрится. Да. Эта модель просто суперская. Посмотрите, здесь по низу окантовка идет, вязаная резинка. Резинка да. Драная. Здесь столько у нас патов вообще. Он посмотрите, прям сколько. Он на стыке, мне кажется, трех стилей, Люся. Это гранж, гламур и спортшик. Но, а гламур гранж. Это разве стиль? Гламур вообще это стиль? Я, вот что-то я тут у тебя лучше тоже вот как что-то ты скажу, спрашиваешь? Скажу, как в лужу, и капюшон, понимаешь? И капюшон. А почему в лужу? Не знаю, иногда вот что-то... Может, в яму? В яму, да, мы сейчас с Ирой проконсультируемся. Мы уже не Ира... знаем, что говорить, понимаете? Не трогай Иру, пускай она спокойно переоденется. Нет, Вов, я тебя умоляю. Да я просто анонс сделаю, что Ира сейчас выйдет, она расскажет, что такое гламур. Ты посмотри на кролики, на бежевом цену кролика. Да, мы сейчас посмотрим. Девочки, вот есть бежевый я кролик. Вот эту. Подумала, что с этой футболкой тоже можно. Девочки, на Люсе 7600 стоит эта штучка. Есть она также в бежевом цвете. Люсь, ты можешь продемонстрировать, Ира, что она есть. Ира мне подсказала примерить. Вот это. Девочки. Хотела бежевым, сказала, нет, тебе нужно черную. Вот, вот такой вот, еще вот, кролик. Видите, как это все происходит, и этот кролик да? На 62 размер тоже идет до 62 размера. 7600 в двух расцветках. Ира, да? Цена... рубашки. Ну, я забыла уже, что я... Ты мне помню. Сказала, где она? Вон она. Зачем ее снимать? Во, да, посмотри. Бэ! 5600, девочки. 5600, рубашка. Ну, она прям такая рубашка. 5600, моя хорошая. Это сорочка, да? Как мы привыкли носить рубашки. Здесь интересный крой. Можно показать? Или тут, да, я... А, да-да-да, тут вот эти вставочки поперек. Вставки и как раскроен рукав идет. Он интересно, вот здесь как кокетка, и рукав идет отстроченный кокеткой, цельнокроенный. Да, 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 очень, да, очень красивый дизайн рубашки, рукава. Да. Мелкая-мелкая голубая полоска, длина, все видят длину, я комментировать совершенно не буду. Ну, ее можно и заправить. И а заправить как модный здесь? И отдельно, и с рубашкой, пожалуйста, да, и в офис можно. Пойти. И с брюками хорошо будет, и джинсами. Но Ира все сегодня, сейчас пока показывает все под джинсы. Состав 95 хлопок, 5 эластан, 5800 с 56 по 66 размер. Великолепная Ира, рубашечка. На тебе размер какой? Люсенька, дай мне, пожалуйста, свой телефонец, он мне понадобится чуть позже. Мой телефонец? Да. Что он у тебя просто так... Кстати, вот телефон магазина в городе Коломна. Да, девочки, озвучили. Если кто-то вдруг новичок, пришли первый раз, смотрите, думают, какие-то тети, какие-то дяди тут что-то разговаривают. Мы... С 10 до, утра до 8 вечера Люся, Ира с где, вами Люся? На связи. Мы в городе Коломна, Московской области, торговый комплекс «Глобус», третий этаж. И вот он, телефон этого магазина нашего в Коломне, девочки.
Это чтобы вы всегда знали и не попадали на всяких... Да, запишите телефон там, конкретно в Коломне. Чтобы вы не попадали на всяких там плохих людей. Вот, наши телефоны, это город Коломна. Будем в Орехово-Зуево, будем показывать в Орехово-Зуево телефон. Да, в городе Коломна у нас работают прекрасные девчонки. Это Ирина и Женя. Многие покупатели знают, пишут и работают только с ними. Пишут благодарности. Ире и благодарности Жене. Какие, говорит, у вас хорошие девчонки, все выслушают, да, не озлобятся. Мы столько заставляем их делать мерок. Они все выполняют, высылают видеообзоры, все оформляют, отправляют. Прекрасные девчонки. Прекрасно, она в принципе плохих-то и нет. Как хорошо работать с профессионалами, Люся, как нежно. Вообще две Марины, там не ошибетесь, попадете на любую Марину, потому что там две Марины. Спасибо, что стараетесь для нас. Спасибо, Тамара, за добрые слова. Спасибо, как нежно, как приятно, вот это вот совершенно другое. Сразу хочется работать, работать, работать и еще раз работать, да? Ну да, согласен. Понимаете, когда лезут со своим... чужой огород, это уже вообще неинтересно, да? Нет, понимаешь, в чужой огород можно залезть нежно, прийти с поклоном как-то, станцевать, какой-то каравай принести, какие-то вкусности, я не знаю, конфетки. А когда как бы уже идет такой сленг, типа, йоу, базар, рынок, слышь, как дела, ну, ты понимаешь, с каким человеком с каким настроем человек пришел. Вов, явно не с добрым. Давай, пока Ира переодевается, я просто покажу... Следующие джинсы, да? Да, Люсенька, вот конечно. Вот уже другая модель. Вот здесь как раз вот и говорила Ира, здесь варка сине-зеленая, вот в этих джинсах. Сине-зеленая, и уже совершенно у нас другая кулисочка. Кстати, у джинсов карманы у нас и спереди, карманы у нас и да, сзади. Какие да, какие там полосочки интересные. Вот, как смотри, сказала бежевый, Варочка это, да? Бежевый, смотрите, какая у нас есть кожаная здесь да, вставочка. Да, вставочки, дизайн. Под цвет наших фабрик. Веревочек, да. Опять же, и ножка, широкая нога, прямые джинсы. Джинсы не зауженные. Смотрятся просто великолепно джинсы. А, кстати, посмотри, у нас какая фишка. У нас и спереди Люся? У нас такая кожаная вставочка. А, и сзади тоже, и сзади, да, на карманчике. Приятно. Посадка глубокая, круговая резинка по талии. Пожалуйста, здесь шлевки есть под ремень. Кому захочется ремень. Сидят просто великолепно джинсы. Состав также 95 хлопок, 5 эластан. Эти джинсы идут с 56 по 66 размер. Цена 4800. Великолепно и достаточно affordable. Какой так, комфортабл магазин. О, у нас еще полоска есть. У нас еще полоска, рубашка есть. О, как какая? Интересно. Как хорошо. Рассказывай, я теперь а вообще молчу. А что тут рассказывать? Футболка на мне 66, ну, попалась под руку. Такая. Да, футболка хлопок и эластан. Да, красивый, минималистический здесь принт, вообще а просто видно, надпись. Скажи, там видно, как блестит оно? Серебристый ну, если принт. Если ты поближе на километр подвинешься к нам, вот чуть-чуть назад, Ира, вот так вот, где-то вот так, и будешь немножко вертеться влево-вправо. Вот, посмотри, влево-вправо. Что это за танцы, Ира, расскажи. Детский сад напомнил мне. А, все, интересно тоже. Так, ну мы сначала будем рубашку. Рубашка 70-го, да, она в едином размере. Да, единый размер, оверсайз до 70-го, распашоночка такая, широкая. Кто любит широкую и длинную по длине, чтобы все прикрыть. Скажите, пожалуйста, девочки, если я не ошибаюсь, эту штучку можно купить строго в магазине «Модная пышка», да? Только «Модная пышка». Вот, вот такую девочки, рубашку напоминаю только. Напоминаю вам. Она, это... кстати, у нас есть черно-белая полоска. Да. Есть. Да? Значит, салатовая. Ну такая. Да. Салатовая белая полоска. Сейчас... Эту рубашку, девочки, я напоминаю, вы можете приобрести эксклюзивно в «Модной пышке». Таких больше нигде больше нету. Нигде нет. А вот, пожалуйста. То есть это супер эксклюзив. Вот special еще. Made for «Модная пышка». Еще одна расцветочка. Вот их две. Две эксклюзивные да, рубашки. Да, самое интересное в этих рубашках, видите, резиночка, манжет идет. Да. Очень удобно. Я обожаю вот тогда делать. Ой, очень какая удобно. Красота, какие четкие линии. Широкая, да, свободно, да. До 70-го размера рубашки. Цена рубашек сколько? 4600. Две расцветочки у нас. Ира, а теперь
Можешь снять рубашку и показать нам футболку. Конечно. Футболок у нас огромное количество. Они у нас и летом, и зимой всегда присутствуют в зале. Мы обожаем футболки, но футболки, потому что круглогодично покупают, не только летом. Вот, пожалуйста, вот такая футболка. С разрезиками. С разрезами. Очень классная футболка. Низ так широко здесь отделана. Ну, тебе размер 64? 66, да, он мне. А, 66. Вот как раз 66. Я смотрю, у тебя плечо пук. Ну, да, просто. И спустилось. Длина, длина футболки. Видно, да, что она не весьма короткая. Весьма пристойная. Да, не короткая. Состав просто великолепный. Этими футболками у нас меняется только небольшой дизайн принта. Мы не знаем, какой год этой фирмы. Они у нас и летом, и в белом присутствуют, и в черном. Сейчас у нас только в черном. Темно-синие были похожие. Да, темно-синие еще есть. Да, остатки темно-синих тоже похожи. Такой материал у них. Там такой, как тоненький такой футер. Да, кулирочка точно. Плотненькая. Кулирка. Видите? Кулирочка, что-то новенькое. Это прям. Это трикотаж, это кулирка. Шуток, да? Кулирная гладь. Это вот из да. Все и есть футер. А я думал, футер это где петельчики наизнаночные. А я думал, это шутейка какая-то. Здравствуйте. Сейчас тебе Ира все расскажет. Да. Кулирка. Это кулирка. Есть футер. Сейчас у нас футболка, это трикотаж, кулирочка. Цена 4000. Кулирочка. Какое интересное слово. Вы представляете, опять кулирная 200 гладь. Рублей. Кулирная да, гладь. Да, все время надо 200 рублей. Не 3800. 3800. С 56 по 66 размер. It was your джинсы 4800. Повторяю, 4800. 4800, девочки. Супер. Какой ламповый сегодня стрим получается. Такой уютный, а ты знаешь, как у нас произвольно все получилось. Не знали, что показать. Как-то в принципе, хорошо. Нарядку получили, но на полный стрим маловато. Ну и решили порадовать, показать. Ну не переживай, вот, Люсенька, девочки. Я напоминаю, что у нас сегодня стрим-сюрприз. Будут очень интересные новинки, поэтому обязательно смотрите до конца. Куртки будут просто чтобы вау. Чтобы не пропустить, потому что там такие куртки. И не забывайте ставить лайки. Представляете, все, Ира переодевается сколько. Да, это вы все представляете, надо аккуратно все переодеть. Алюся сколько стоит, сколько лопочет языком. Да, а ей же чтобы вот этот надо. Перерыв. Ну ладно, проехать, доехать, а Вова доедем. Камеры расставляет. Девочки, поставьте лайчочки да. ваши нежные. Еще одни джинсы. Посмотрите, я покажу их поближе. Да, Люся. Посмотрите, ой, какие кармансы. Какие кармансы. Вау. Как хорошо. Вау. Вау. То же самое. Какой details, какой да. фабрик. Опять же, у нас ширина штанин. У всех джинс сейчас это ну просто модно. Это модно, надо, да. Модно и удобно. Уже как-то устали с зауженными брюками, бананами. Сейчас пошли такой мотивчик даже. Я уже, насколько я люблю зауженные. Два стрима назад, да, когда я примерила вот эти джинсы, причем примерила 56 размер, я вот это все затянула, как они классно сидели. Как в них было удобно. Вот все эти джинсы, они очень удобные, потому что здесь они тянутся, как резинка. Здесь эластан просто шикарнейший. Как же комфортно будет этой осенью. Очень комфортно. Присели, встали, пошли. Джинсы сидят просто великолепно. Джинсы с 56 по 64 размер. 4800. Сейчас все джинсы показываем. Цена 4800. А может, мы тебе стул здесь поставим высокий? Ты будешь сидеть, заседать, как председатель. Ну, еще как ты себе это представляешь? А что, сядешь вот так, ногу на ногу и будешь показывать палочку да. туда-сюда? Не, мне неинтересно. Ира, вот пожалуйста. Вот какой джемпер у нас. Как сейчас помню, называется еще Арктика. Ой, мягкий. Да, он очень вообще мягкий. Тактильное ощущение, вообще мягкий, вообще такая просто. Изнаночка гладенькая. Просто такая. Вообще. Здесь смотрите, какой дизайн, здесь же разрезики есть на локте. Да, внезапно. Было, знаете, а знаете, для чего это сделано? А когда мы чего? Сгибаем руки, у нас вот эта часть да. вытягивается, да? Да, ни а к чему. Здесь специально сделали разрезик для удобства. Тут еще есть карман. И карманчик рабочий есть. Рабочий карман. Ворот красивый. На спине прикольная. Да, и штучка какая на спине прикольная. Вы только на это посмотрите. А ворот какой, как он называется, лодочка? Да я бы сказала, что это какой-то хомут, что ли, я даже не знаю. Или хомут. Ну, короче, какой-то цельнокроенный ворот. Да, но интересный ворот. Ну да. Свободно да, шея да. не давит. Длина, опять же, длину все видите. Хорошая длина, очень хорошая. Спинка чуть-чуть длиннее переда.
И ткань очень мягкая. Вот текстильные ощущения вообще просто великолепны. Она очень комфортная и воздушная ткань. Да, мы все видим, Ира, все прекрасно видим. Да. Все лицезреем, 50, да, все хорошо. У тебя какой размер? 62-й? Да. 62-й на Иры. То есть размер в размер. Да, так и есть. Вот, смотрите. Также с джинсами сочетается. Именно с джинсами широкими, прямыми, как классно смотрится. Кстати, этот джемпер идет с бананами тоже, я помню. Девчонка у нас с бананами мерила, тоже было классно. И его можно и с серыми. Да, в смысле, и с серыми бананами еще. С фруктами или про что? С фруктами, конечно, с фруктами, банан, конечно. Пошла в свитере. А, то есть, если приобретаете свитер... Да. Вам бананы в подарок. Бананы в подарок, а приятно, Только звоните заранее, чтобы успели купить бананы. Кстати, идея очень мне нравится. Купить бананы, как здорово. Модная пышка, да. Да я уже забыла, я сейчас схожу, посмотрю. Сейчас приобрела приятный свитерочек, да, и фруктов поела. Да, очень классный джемперок вообще просто. Мне нравится. Да, мягенький, удобный, комфортный, и длина, и посадка. 64-й. Вот. 62-64 да. Есть, еще говорят. До 64-го. И цена 4-400. Сейчас джемпера все по 7000. А этот джемпер 4-400. Смотрите, как с джинсами. Кстати, он и с серыми джинсами классно будет смотреться. Да, да, да. Вов, а, да. Вон там у тебя и висят. И с черными тоже будет. Что вы от меня хотите, Люсенька? Ну, он занят. Ладно, мы не будем. Нет, почему? Я могу. Я могу, если что. Вы чего? Нет, вот там у тебя джинсы. Висят. Джинсы? А, нет, это не джинсы. Здесь что-то наподобие хулиганов есть. Ладно, не будем тогда что-то тебе трогать. Такое. Вот, пожалуйста, 4-400 джемпер. Снова а в сочетании, да, с джинсами. А вы не трогайте меня. Да, Люсь, тебя не трогать. Пока, спасибо. Загадочку огромное, у меня сейчас будет загадка. Я уже поняла, Вова. Пока Ира у нас переодевается, не только для тебя загадочка, Люсенька. Это загадочка для всех нас. Очень интересно, такой интерактивчик придумал, вообще хороший ведущий, конкурсы неплохие. Это как, готов вообще? Ну давай, давай. Оно было вчера или прежде, а может в древности самой, но без него день вчерашний не значит ничего. Оно? Оно было вчера или прежде, а может в древности самой, но без него день вчерашний не значит ничего. Что это? Оно. Люся. Солнце. Не угадала. Ну а что может Девочки, быть вы тоже можете угадывать. Люся, ты когда-нибудь хотела походить по Луне? Нет. Люся. Я не хотела по Луне походить. Нет, я не люблю неизвестность. Ну вот поэтому тебе загадочка. Хочу неизвестность. Скафандр одел и вылезла. Вова, мне скафандр, ты не забываешь. Хочешь. А сейчас, кстати, новый скафандр. О закрытом пространстве. Какой кстати, скафандр? По поводу моды. Сейчас интересная будет ситуация. Ты хочешь сказать, что все люди ходили по улице в скафандрах? Нет, на Луне надо высаживаться модно. Поэтому недавно Прада представила скафандр. Сама Миучи Прада взяла и разработала с какой-то там космической корпорацией скафандр. Да это, наверное, Илон Маск ее подбил. Нет, там другая совсем история. Ему же надо. Какой я модный там пойду, что ли, шляться. Ира, ты видела новый скафандр от Прада? Нет. А почему? Я на работе все время попачу. Ну, у тебя же ты в телефоне что-то смотришь. Я видел, что что-то смотришь. Я копаю гоблинов только. А, копаешь гоблинов, да? А что это такое? Ну, игра там какая-то гоблина. Ой, а мне надо тоже это установить, будем вместе копать. Так, ну, девочки. Ну что, полосочка. Да. Никто не отгадал. Слушай, а другая полосочка, Ир, которая тут продала, вон-то. А черная, есть еще другая полосочка. Вова, раз, два, три, четыре, пять, пятая вешалка. Вот ты про меня вот здесь? Да, полосочку так, доставай. Так, девочки, сейчас у нас такая полосатая история начинается. Это какой сегодня размерчик? Это Ира мой, в бело-красных, да. А... Да, Ира, Ир покажет один. Да, расскажем про полосочку. Я обожаю полоску. Вау, это все. Здесь у нас бело-красные. Здесь 100% хлопок. Класс. Ира, вот это уже футер. Вот это футер, да. Вот это футер. Вот петелечки такие маленькие. Нет, эластана. Это просто трикотаж тянет. 100% хлопок. Да? Я не в курсах, я что-то ничего не трогаю. Длина, еще. Разрезики, полоска, разноуровневая полоска. Прям не верю я. Ну подожди, куда ты? Какая же ты недоверчивая-то, Ира, так ты посмотри, доверяй, но проверяй. 100% хлопок, Люся, Ира, ну что ты мне не веришь? Ну что происходит? Ладно.
Что происходит? Она мне не верит. И мы удостоверились. Недоверчивый это, да. Недоверие в коллективе. Он всегда будет тянуть трикотаж. Как интересно. Я никому не верю. Цена 5800, насколько я помню. Да, да. Угадала, точно. А мне 64. 64 размер. Длину все видите. Разрезики. Удлиненный вариант, туничный. Асимметричный. А вот я и говорю, разноуровневый. И есть небольшое украшение. Принтик все равно есть. Черненький такой принтик. Рукавчик у нас полная длина. Рукавчик можно закасать. Можно приподнять. Это как кому нравится. Спинку, Ир, можно продемонстрировать. Пожалуйста. И здесь маленькая еще есть. У нас все-таки маленькая фигулечка, но есть украшения. Да, есть, есть. 5800. Опять с джинсами. Опять все сочетается с джинсами. Так, эту полосочку у меня забрали. Только цену не забудь, потом запомнить, ладно? Это слишком трудно. Это трудно? Нет. Так, Вова, ну на чем же мне остановиться? Сейчас будешь загадки загадывать. Нет, Люсенька, вы можете продолжать. А что продолжать? Пока Ира переодевается. Долго, так сказать, не ждать. Вот. Нет, я могу, конечно, вам загадать загадочку, если вам одиноко. Как-то разнообразить ваш досуг. В конце-то концов, Вов, я не против. Я хотела, знаешь, что показать? Что такое? Жакет, который пополам идет у нас трикотаж. И... Низ у нас идет кожа. Ну, ты не видишь? Трикотаж. Надо кожа, у Иры спросить. А там как рубашка наверху, что ли? Нет? А дай-ка мне вот этот... Или, может быть, вы очень много хотите. Бомбер вот этот. Вот этот? Сними мне этот бомбер. Ты думаешь? Да, сними этот бомбер. Ну, давайте сниму. Пока Ира бомбер. Ходит... А, Ира уже пришла. Да, ну, Ира, да. Она у нас такая быстрая женщина. Вот, посмотрите, опять полоска. Оригинальная полоска, вообще супер. Здесь разрезики, здесь туника, она очень красивая, не прямой силуэт, а мне нравятся вот эти разрезы с клиньями, да? Угу. Вставочка у нас идет трикотажно-черная. Даже на нижний тип фигуры. На нижний, вот как на раз, верхний, да. То есть и на нижний, и на верхний тип фигуры. Ты права, Ир, и не толстый трикотаж. Да, она такая, как футболочная. Футболочная, то есть, вискозная, кто не любит теплых вещей, хороший вырез, не давит под горло. Не-не. Да, и полоска, опять же, у нас, смотрите, сколько, и по горизонтали, и по вертикали, и по диагонали, вставка вообще бесподобная. Размер двойные, здесь размер идет 56-58, 60-62, цена. Да, вот это 60-62, 5200, 5200, я не говорила, я говорила по ту 5800, а про это я не знала, ты сама мне сказала. 5200. Ну, мы всегда будем вместе, у нас, да, кстати, хорошо. Еще есть какая-то полоска. А я сейчас в ней еще у нас приду. Так много полосок есть. Девочки, покрутись, да. Покрутись, чтобы покуражься, было видно. Вот посмотрите, да, какая классная единственный вещь. Единственный вопрос, Ира, мне хотелось вам задать. Вы случайно не посещали какие-нибудь танцевальные кружки? Боже упаси, как нет, кружки. Не было квадратики, такого. Квадратики, ничего нет, такого. Все, только понял. Рисовальные. Все, спасибо большое. Люсенька. Ну, пока Люсенька. Все-таки я покажу вам. Люся, вот. А ты никогда не хотела посетить танцевальный кружок? Вова, у меня легкая атлетика, если ты знаешь. Да ты чего? Ну, это как а ты это? Не знаешь? Нет, а что ты делала? Ага, пока в школе. Бегала, прыгала, на соревнования ездила. Ой, какая же ты молодец. Да. Какая же ты молодец. Спортсменка. Я спортсменка. Комсомолка и просто красавица. И просто лучше. Красавица. Посмотрите, какой у меня бомбер. Ну, только посмотрите. А я подозревал, что у Люси под этот бомбер прошлая. Есть брючки. Сейчас я еще... Можно я на секундочку, Вова, отойду? Нельзя, конечно, Люся. Давайте а знаете, почему я его схватил, Вов? Что? Здесь же рыжая окантовка, почему? Рыжая да. Резинка. И посмотрите, какой здесь трикотаж. Здесь трикотаж, как тянется. Принт, принт. Но это дорого-богато, девочки. Посмотрите, да. По спинке. Такие премиум штучки да, пошли. Да, это уже вообще... Это мы, в принципе... Ой, дорого-богато. Костюмом предлагали. Под этот бомбер есть брючки. Все-таки отойду. Да что ж ты будешь делать, а? Все-таки убежала. Посмотрите, прыг и убежала. Не, я, хоть нет. Самому в кадр выходи. Ладно, я без Иры не могу найти эти брюки. Ну, давай я похожу, поищу. Не надо. Точно нет. У нас такие же есть брючки. А, точно они такие классические. Же. Точно такие же. Точно же. Такие Вова, же. Ты без девчонок не найдешь. Они знают, где они что находятся. Да что ж так все сложно. Помнишь, мы здесь? Когда выбирали? Он без девчонок вот! Не найдет. Нашел! Ты посмотри. Люся, нашел! Ты совсем не веришь в своего оператора. О, сейчас. Ира, минутку, я же... Ты что...
на север собралась. Его звали Вова, и в него никто не верил. Посмотрите, рубрика. Вот такой комплект. А что, посмотрите, и ушла из кадра. Это что, перформанс ой, какой-то? Господи, Дэвид вот. Линч опять? Да. Вот такие у нас брючки. Типа, найдите меня в пустоте, рубрика. Да, многие да? не любят однотонные брюки, ну, как говорится, уже устали, да, что-то хочется такого яркого, ну, немножко утомились, да, да, чуть-чуть. Да, яркого, так. И вот такой голова комплект заболела. Яркий, да. Просто вообще вау. Да, хорошо. Это все можно купить отдельно. Но это все надо на Ире было смотреть, Люсь, на Ире, на пышных формах. Ну, в другой раз еще. В другой раз. Ну что, я просто, пока я время надо было занять, просто пока Ира переодевалась. Ну, девочки, как-нибудь покажем на Ире обязательно. Вы сами понимаете. Люсь, куда ты опять мы ушла? Не покажем, Вова, на куда Ире, потому что уже осталось мало. Да, тогда рубрика «Покупаем, поторапливаемся», да. Девочки, потому что осталось мало. С 56-го, они были с 56-го по 62-й размер. А, брюки 6800, а бомбер 8800. Тебе не кажется, что у меня сиплый голос сегодня, Люсь? И чего? Не знаю. Давай стукнем. И чего? А так хочется спеть. Он мне не дал вообще договорить про костюм. Все не ты то, все это. Я ничего не сказала, Вов. Ты сказала, что у тебя оранжевая резинка. Да. Ты сказала, не что у меня, мы... Вов, оранжевая окантовка, резинка. Что мы все утомились от однообразия текстур, фактур и... Ты, ты в какую камеру? Можно показать камеру? Ну, сначала ты встань на серединку. Давай начнем с азов. Да? Давай. Сейчас немножко назад. Назад. Один шаг. Вот, и пляши. Что плясать? Раз, два, я три, хотела раз... поближе показать. Зачем а, мне плясать-то? Показывай, показывай. У него что-то все в пляс. Показывай. Вот каждый за... раз нет, у него заказывай, в пляс. Заказывай, стол заказов открыт, русское радио, чего ты? Вау. Модная пышка ты радио. Ты так внутри, ты как Квазимода, прости. Да? А ну-ка, Люсь. А Вова даже не скажет, блядь. Нет, там я думал, она, знает, нет, я-то думал, она специально это делает. Да, все. Чтобы было, как это, как горб видеть, да? Ну да, а да. А ты что там стоишь? Ты же смотришь издалека. Может быть, ты делаешь какой-то косплей из фильма «Субстанция», я же не знаю. Да. Вообще, это безобразие. Для чего он там стоит, непонятно. Да я задумался. У меня, понимаешь, что... У меня экрана 3 тут стоят, а глаза всего 2. Повесь, все разъехалось. Пожалуйста, бомбер на место. Да, все как в тумане. В общем, это была Люся и ее да. премиальный костюмчик. Сколько, кстати, стоил этот костюмчик? А, 8 тысяч рублей, все, помню. 8800 бомбер вверх, и 6800 да. брюки. Ой! Все, аккуратнее, и 6800 друг на друга брюки. Там падают. Что случилось? А что ты мне дала без вешалки, Люсь? Ты специально это делаешь? Ты вообще-то да? вот у тебя вот висит. Это? Вот здесь висел бомбер, Вова. Все, данкишн. Он ничего не помнит. Данкишн. Так, думай, ты каких-то танцующих женщинах, ты поняла, да? Да. Ты почти танцуйте, угадала. Пляшите, что-то. Занимался ли танцами, крутись, пляши. У меня что-то все в пляс идет, а? Люся, ну, мне прям хочется, я не знаю, ты говори, что хочешь, мне вот прям хочется, Люсь, прийти к тебе на день рождения и подарить вот этот абонемент в танцевальный кружок. Я кому? Не знаю, мне? Я так вижу, да. А почему? А чего? Что, а, все не так у нет, мне, а, да? Нет, ну ты прям какой-то это, детские травмы на мне прорабатываешь. Не надо, просто... Это ты на мне прорабатываешь нет, детские это травмы. Так весело, пошла потанцевала вечерком, а да что? Да, конечно, там ноги протянешь вечером. Когда у моей одноклассницы сын был еще маленький, он так капризничал, как Вова сейчас. И она говорила, смотри, по жопе просит. Вова нарывается просто, Люсь, ты, я так поняла. Господи, Люсь, Ир, ты тоже в кружок отправишься, я тебе говорю. Так, все, худи. Играем. Кружок мы не можем, худи. Нам некогда. Танцуем. Там такая прикольная все. Штука сзади, разрез. Да, 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 там красивый. Да. Треугольник, как я называю, у пчелки. Она как да, да, у пчелки. У пчелки Ира, она разрезик. Же как-то называется, вот этот разрезик сзади, разве нет? Как разрезик? Ты да, нет? Какое-то просто, интересное просто слово. Разрезы. Я помню, что-то специально вычитывал, там то ли шлица, то ли не шлица. Вова, шлица. А, ну ладно. Юбок бывает у пальто. Ты знаешь, я хотя бы пытаюсь самообразовываться как-то, ты понимаешь? Я думаю, выпендриваться. Я хотя бы что-то пытаюсь сделать. Так, все, ребята, остановились. Люся, худи, это худи. Да. А это у нас что, футер или что? Кто его знает? Ну не курилка, это 100%. Не курилка, нет, но нет, футер. Да, не, мы тут не это, курим, это, нет. Это футер. Ничего такого. Вот это уже натуральное худи. Капюшон, кенгурушка. Кенгурушка-хитрушка. Весюлечки. Да, кенгурушка-хитрушка, весюлечки, да. Да. И карман, кстати, не общий, он тут разделен. Вот, смотрите, здесь еще вот такой, смотрите, клапаночек. Сколько здесь всего вообще. Ну, просто обманочка. Обманочка, да. Размеры у нас 56-58 и 60-62. Цена 5800, это я знаю точно. Великолепно. Штаны под него есть. Великолепно. Вот еще есть вот такие брючки.
у нас, да. Ой, штанцы. Наши ашки спортивные. То есть получился у нас спортивный костюм. А с джинсами уже не костюм, уже просто ходить. Да, уже просто это, пожалуйста, казуал, это у нас спортивный костюм. Casual, казуал. Casual. Люсь, ну что такое опять? Я же тебя просил сделать красиво. Давай, давай. Так, мы, и главное, значит, Люся вами... чего? У нас Люся всегда крайняя. Вот все всегда крайняя. Виновата всегда я. Люсь, ну дай подоставать-то немного. Ты вот как раз попала под горячую ногу. Под горячий слог. Так, Ир, давай, я поверю, что ты давай переодевайся. Просто день не выдался вообще совсем, я тебе говорю. Мы все живы, все в порядке. Нет, это хорошо, конечно. Да, Вов, ты понимаешь, самое главное, что все живы. Останем, как переживем. Я показывала вам джемпер, да? Короче, а вот это уже у нас идет туничка. Да, это хороша. Это трикотаж и трикотаж с напылением. Хороша. По низу у нас, посмотрите, сколько у нас идет золота. Бриллиантов, а тут, понимаешь, платины. Здесь сетка такая вставлена, сетка. Сеточка из стразцы. И она стразцы, да. Из стразцы, да, приятные. Да. Вот такая у нас туничка. Волшебные такие. 4800, размер у нас, я держу размер единый, 56-60. Рубрика «Новогодняя ночь». 4800, это вот как раз нарядка, да. То есть у нас есть короткий вариант. И длинненький. Ой, вот хорошо. Две вещи. 4800. Ткань приятная, не колется. Здесь у нас трикотаж идет вязочка, а здесь у нас идет трикотаж с напылением. 4800, извиняюсь, две модели. Чтобы маняще поблестеть этим вечером. Да, Вов. Да, Люсь. Ты мне показывал брючки. Брючки? Брючки вот эти. Да, показывал, доказывал. Ага, показывала к нашему бомберу. Повесь, пожалуйста, на место. Да, давай, я могу, Люся. Ради чего я здесь? Как вообще раз очень, очень мягкие брюки. У нас костюмов, сочетаний с костюмов очень много. Слушай, нам в следующий раз, мне кажется, надо сделать стрим костюмный. А я не знаю, Люсь, что ты такие идеи тратишь. Не тратишь, вообще не делаешь. Вы знаете, мы очень долго не могли найти фирму, которая... могла бы, вот конструкторы сделали модель жакета, просто посадку на большие размеры. Очень трудно было вообще это найти. На маленькие размеры, пожалуйста, можно. Наконец-то мы нашли эту фирму. И у нас сейчас огромное количество жакетов. Вот прошлый год был, и в этом году разнообразие жакетов просто невыносимо. От ярких цветов, да, до пастельных, до классических жакетов, для двубортных, для однобортных, покороче, подлиннее. То есть на сайте, пожалуйста, все есть. Зайдите в раздел «Жакеты», «Жилеты», там огромное количество жакетов. И трикотажная ткань, и костюмная ткань. Посадка у всех жакетов просто изумительная. Насладитесь разнообразием жакетов. Пожалуйста. На сайте «Модная пышка». А какой сайт-то, Вова? «Модная пышка». Сайт просто набираете в поисковике «Модная пышка». Да, сайт. Девочки, и не забывайте, выходим, что мы «Модная пышка». Да, на красном как кружочке белые буквы, логотип. Больше другого ничего нет. Вот, Ира, пожалуйста, еще одна рубашка. Она такая мягенькая. Она очень мягкая, бархатистая. Такая. Это трикотаж. Это на мне 64. 64 размер. Бежевая рубашка. Бежевая. Длинная. Длинная рубашка. Очень длинная. И очень кайфная рубашка. И, она на кнопочку. Да, сочетание бежевой и золотых кнопочек. Да, очень мягкая. Непростые. И ластан, по-моему, здесь 10% эластана. Карманчики, между прочим, рабочие. Да. Полная длина рукава. Сзади у нас, Ир, можно посмотреть? У нас кокетка. Красивая у нас идет. Это как у нас? Складочка какая-то. Складочка, молодец. Да? Вова, он научился, он не зря учится. Ну, просто так, да, просто умница. Не зря и тут цена стою. Рубашки. Да я уже забыл, только что смотрел. 5800. 5800. За модную пышку стою, да. 5800 рубашка. Не черная, не синяя, а именно бежевая. И даже не красная. Да, чего, кто любит говорить, светлый, да, цвет, и под эту рубашку, Ира, ты, я так поняла, топ. Ну да, просто она майка. Рубашечка, это маечка, она такая 60-го размера. Она мне вот тут чуть-чуть тесновата, да, поэтому я вот так не буду афишировать. Хорошо. Ну то есть, пожалуйста, да, двухслойность еще никто не отменял. Сверху рубашка,
там любую футболку, топ и вперед, опять же, с джинсами и с брюками. Рубашечные. А рукав очень-очень легко. Вот здесь хороший тянется трикотаж, тянется. Расстегнули манжет, можно подвернуть. Просто растяжимость ткани просто суперская. 5-800 рубашки. Ну, все. Сюда такие брючки, наверное, такого же цвета нужны. Да почему, почему у тебя все подбило цвета? Ну, я не понимаю. Нет, с джинсами. Да с черными будет вообще шикарно, Вова. С джинсами все-таки. Дай мне черные джинсы. Все-таки это вот эта верхушечка. Ну давайте будем честны. Она подразумевает. Сюда можно и даже вот такие. Ну, я не знаю, Ира, ну все возможно, но тоже. Тоже красиво. Можно. Но почему нет-то? Нет, тут, понимаете, тут все-таки Вова, она такая... Надеваем, вот, знаешь как, все имеют 100 комплектов одежды. Да, извините, да, у кого-то да. есть основные брюки, базовые да, брюки. Да, любимые джинсы, например, и под них любые верхушки да. Нет, я понимаю, просто вот эта верхушка, она все-таки подразумевает такой, как это, эстетику тихой роскоши. Здесь все-таки вот примерно такие же должны быть, и примерно из такой же ткани. Казаки на них, если надеть, Вот в джинсах, ну никак, Ир, если бы ты сейчас смогла бы приложить какого-то примерно такого же цвета, Вова, брючки, Вова, мы бы вообще растворились. Вова, да, Люсенька, это зачем? Да. Ты еще хочешь бежевые брюки? Да. Это зачем? Можно и бежевые. Сегодня бежевые, а завтра черные. Нет, хорошо. Черным топом, с белым топом. Не темно-коричневые, а оранжево-коричневые. Можно оранжевые в какой-то день. Можно и красный, Вова. Ну не красный. Вова, давайте мы не будем... Подожди, Ира, подожди, Ира, подожди, Ира, подожди. А это типа, я куда не ухожу. Я что-то тут увидел. А дай графитовый микровельвет графитовый. Ирочка. Ирочка, подожди, моя вот хорошая. Можно даже вот... Вова, мы в прошлый раз эти брюки уже показывали. Покажи еще раз, ты, с тобой ничего не случится, Люсь. Ну да, можно и рыжие, а кто нам запретит? Вот, ты понимаешь? И вот мы сейчас это на наших... Другое настроение. Подожди, Ира, да? Это не другое настроение, это вообще другое дело. Да, потому что, понимаешь... Можно я... Мы же хотим показать вот эту вещь не просто как вещь, мы должны показать, как она умеет играть в эту тихую роскошь. Ира, прекрати. А что? Она громкая. Нет, Ира, а Ира внутри должен быть однотонный топ. Кто это сказал? Я тебе говорю. А женщина какая-то не любит однотонные, но ей понравилась рубашка. Нет, Ир, перестань. Любая женщина любит одну единственную вещь – быть красивой. И ни одна женщина в мире не захочет, ни одна женщина в мире не захочет быть лошицей. И поэтому я тебе говорю, у вот всех то. Свои понятия о лошистости. Нет, да. Нет, Ира, нет. Да, нет, нет. Нас вот с тобой, если посадить просто, какие-то анкеты, просто иногда, у нас вообще не совпадут с тобой Ира, ответы, просто ничем. Иногда нету рядом хорошего стилиста. Вот, например, а Вова Люкс, например. А, так все себя хвалят. Не, шутки с шутками, иногда просто нету магазина с нужными вещью. Вот ты купила верхушку, а где вот эти брюки такого цвета найдешь? Ну куда идти-то? Везде что-то непонятное. Поэтому надо в модную пышку идти, Ира. Он, где к, чему, как раз он есть к чему подводит этот комплект? Все, понимаете? Я подвожу это к тому, что модная пышка. А я подвожу пышка. Это к тому, что у нас разных полно штанов. Ну вот он, вот он смотри, такие, как, и смотри, и как шикарно, вот он смотри, прав, как прав. Шикарно с этими штанами смотрится эта верхушка. Я спорю, шикарно. Вот. Нет, ты спорила. Мы сейчас говорим, что не только с этими, но так, и с разными. Как там говорят, когда в боксе разводят в разные стороны. Брейк. Все. Красивая рубашка, красивые красивая брюки. Рубашка, самое главное, да. Что в модной пышке да. можно сочетать несочетаемое. Можно найти все, что вам захочется. Особенно я очень прошу всех наших покупателей, прислушивайтесь к девчонкам. Понимаете, иногда я даже по себе знаю. Я вот пришла, мне понравилась, например, вот эта блузка. Я вот ее схватила, а она мне совершенно не идет. И прислушивайтесь к девчонкам, они вам предложат то, что вам просто подойдет. Многие не любят, не надо, я не хочу, я выбрала это, да, не подошла, и человек как теряется и уходит. Поэтому прислушивайтесь, девчонки же не просто так работают, да, они же знают, они знают сочетание, они знают вообще комплекции фигур, что предложить. Поэтому вот сейчас спорили Вова. Спорили, и спорила Ира, да?
но она знает, что есть брюки. Вова, я всегда к тебе прислушиваюсь, честно говоря. Ну, всегда. Ты всегда прав. Ну, понимаешь, мы все-таки показывали джинсы. Не забывайте слушать Вову Люкс и читать его колонку в журнале Vogue. Люся, мы про что вообще сегодня? Ты сейчас про цвет говорил, да? Про цвет говорил. Нет, я говорил про... А про модель брюк? Я говорил про волшебство. Я его показал на камеру в прямом эфире. Вот она. Это было настоящее волшебство. Я просто умоляла Иру показать вам вот этот джемпер. Давайте смотреть на джемпер. Просто вау! Это что-то. Этот джемпер у нас до 70-го размера. Здесь идет сочетание, между прочим, двух трикотажей. Здесь выработка какая идет. Как это называется капитоний или капитоне. Капитоне. Он как бы два слоя тонкого трикотажа, а между ними там чуть-чуть волокнышек, ну, похожих на синтепон, скажем так. Там прям по чуть-чуть, если вот разрезать, то там как будто ячейки, и они немножко заполнены. Представляете, сколько вам всего рассказываю? Вы нам-то хоть продемонстрируете это под Резать пантоны. Резать будем, что ли? Это... Нет, поближе в камерку. Покажи. Она как мелкая стёжка. Да, поближе в камерку, мелкая просто стёжка, мы о многом не просим. Да, да. Вырез V-образный, да, когда факт. Всем нравится. Принт, да? Да, хорошо. Неназойливый принт. Такой... Да, да. Здесь ощутим. Принт премиум-класс, сам джемпер премиум-класс. Он у нас 56 по 70 размер. На мне 62. На Ире 60-62. Да. Цена. Ну, я потом выйду, скажу. Нет, а у нас где можно его найти? А вы планируете переодевать джинсы в какие-то более... Нет. Я думаю, что сначала мы, наверное, покажем куртки, потому что с нарядными брюками куртки будут наши сегодняшние. Да, а потом у нас брюки идут. А спортивных штанцов у вас нету широких? Нет. А потом после... Что значит нет? Есть у спортивные нас есть, штаны. Но я не хочу переодеваться. Нет, они есть, Вов. Понимаешь, у нас джинсы идет демонстрация. Джинсы универсальные для курток. Джинсы, да. И верхушки показать. Ты хочешь... Я надену, например, вот эти зеленые джинсы. Ой, брюки спортивные. Угу. Они классные брюки и все такое. Но с теми куртками, которые сегодня у нас предполагаются, они будут смотреться. Ну, вот эти брюки, кстати, вот под этот джемпер тоже будут классно смотреть. Дождемся тогда, девочки, все-таки наших волшебных курточек. И цирчик дали нам? Цирчик? Нет, я с паном сниму, посмотрю. Да, да, да. Может, она где-то еще одна здесь есть, я посмотрю. Вов, сейчас мы не будем копаться, потому сейчас все перероем. Кататься, мотаться. Переодевание 6800. 6800, девочки, вот такая волшебная штучка. Вискоза, хлопок и эластан. И длина хорошая. И посадка изумительная. Джемпер премиум класса. 6800. С 56 по 70 размер. С 56 по 70 размер. Да, Ира, как вышло, как в светлом, красивом. Красивый вырез V-образный. И все сразу засияло. Грация. И джинсы засияли. Звезда, звезда. Звезда. 6800 джемпер. 4800 джинсы. Вы не слышите, что ли? Он хочет от нас избавиться. Нет, я хочу продолжить какую-то новую тему. Что-то новое. Ну давай, давай. Ира, переодевай. Грация. Грация. Чентразе, Вова. Чизе, Люсенька. Да. Вот, и мы как бы вместе с Люси сейчас сделали умозаключение, что пора бы показать что. Вов, подожди, да, я сейчас... Только не убегай с кадра, нет, а то я буду злиться. Все равно просто Ира, чтобы не переодевалась, вот такая нарядная блузочка, мы сегодня ее получили, да? Вот посмотрите. Да ты что, новиночка опять, это да? Девочки, новиночка. Свежачок. Блузочка у нас по 64 размер, с 56-го. Это 100% вискоза. Эластана здесь нет. Хорошо. Вот такой материал такой, поближе я сейчас вам покажу. Материал жёванка такая идет. Да, и теперь нам сюда в правую камеру. Все, данке. Да. Рукавчик. Короткий рукавчик. Модный, такой красивый у нас вообще такой бант. Валан? Идет. Это валан или что? Да, да, или очень нет? Красивый, такой многослойный. Посмотрите, сколько здесь все. Причем валан у нас здесь органза. Вот так вот, девочки. Органза. Горячая новинка. И валан новинка. У нас идет по всей длине. И вот такую прелесть мы получили. Цена 5800 с 56 по 62 размер.
Очень аккуратно было. По 64-й, извиняюсь. Вот это уже нарядка нарядкой, да? Да, нарядная. Просто такая, чтобы нарядочка. Ира, она и так у нас сейчас замучится все переодевать, кое-что вот показать, да, чтобы она... Ты вспомни, Люсь, ты а вот она, Ира. Ой, как хорошо. У нас все зима. И вот они, курточки. Звенит январьская вьюга. Да. Звенит курточка. И мы не слышим друг там друга. Блестящая лаковая курточка. Это кулиски, да? Черная куртка. Длина сейчас все увидят. Тракторная молния. Так, да? давайте сделаем расстановочку. Молния Люсенька, просто. Чуть-чуть сюда. Все, Ира к нам сюда. И мы вот сейчас будем все это разглядывать. Этикеточки убираем, чтобы нам как-то понять историю эту. А как мы это поймем, если у нас... А мы будет... чуть-чуть так туда забросим, да, так оп, и все. И можем продолжать наслаждаться этим лаковым блеском, девочки. Чуть-чуть ты подальше чё, Ира. Ира, Ир, она у нас юмористка, она у нас такая женщина задорная. Я хочу сказать вам, с чувством юмора чуть-чуть подальше. Вот. Он то поближе, то подальше. Люсь, тоже мы сейчас куда-нибудь левее. Куда же я, если я только в эти мешала. Сзади чуть-чуть встать. Ты сказала вообще спереди. Давай вот так встанем, как мы всегда стоим. Девочки, я объясняю, посередине нам нужна модель. Мы так, должны Ира, вперед, куртку. А я буду сзади. Вот. Вот сейчас Ира стоит. Вот мы спорили с Олегом, близко. Да, куртка оверсайзная. С кем тут, по-моему, до 64-го размера. Да, тут, мне кажется, уже и так глядит, что 66-й войдет. Да, то есть с 56-го по 64 точно. 64, то есть с 56-го по 64-й размер. То есть куртка оверсайз. Ой, наполнитель у нас биопух. Как биопух. Да, еще раз, Люся, вместе. Биопух. Биопух. Это как бы да, взяли, скажите это вслух. Да. Так. Манжет. Смотрите, какой манжет. Резиночка. Ну, да. Даже есть образец. Образец биопуха. Биопуха есть образец. Хороший, глубокий сказать. Здесь капюшон. Молния, шикарная молния. Посмотрите, да, какой дизайн такая. Молнии. Не слушай Вову, дай нам показать модель, чтобы, ой, чтобы ну вот это все этикетки. Мы этикетки вот никуда. Все вот как-то вот Чизи Гелеспи. Да, тут у нас такое, честный знак. А? Да, чего? Здесь честный знак, здесь все есть. Ой, мне должны доплачивать за эту работу тяжелую. Кефир ему. Кефир. Вот, ну, пожалуйста. Вот сейчас вообще я протестую, Люсь, ну посмотри. Ну. У нас спин. Вова, а как мы тебе покажем вещь? Объясни ты мне. Некоторые вещи, такие как Прада, Габбана, Гуччи, Версачи, Александр Маккуин, не надо выставлять на всеобщее обозрение, Люсенька. Ну я сейчас орать уже буду, зачем. Слушайте, ты а тут это делаешь? Слушайте, молнии какие. Обычно бывает, когда два бегунка что встречаются. Что ж такое-то? И закрывают, да, ну на рюкзаках там сумка. Так. А тут, смотрите, что на кармане. Вот она и так может быть открыта, и так, а вот так закрыта. Интересно. Короче, какая-то хитрая молния. А, посмотри, с да, она вверх и низ соединены. Ир, мы попросим тебя боком встать, и только медленно, ты не дергайся, не переживай, дыши чуть-чуть сюда. Вот да? стоп. Теперь попробуй поиграться с этой молнией, только медленно. Вот, смотрите, она сейчас закрыта. Она синего цвета, да, девочки. Я вижу. Синего она, синий, Ира, не синий, надо нагибаться. Синий. Даже не синяя, а электрик. Ты модель. Ты модель, извините, Ира. Я очень непосредственно модель. Ты модель. Смотри, короче, Вова. Да. Не отвлекайся. Вот сейчас мы закрыли. И можно... бегунки да. Есть один снизу, один сверху. Это реверсивные бегунки, девочки. Реверсивные. Можете да. Снизу, реверсивная вверх, молния. Но на карманах мы первый раз такое видим. А, на основной молнии-то есть, но на карманах первый то раз есть такое. Фабрик, девочки, конкретные да, супер, детали да. В каждом вот вообще сантиметре этого изделия. Да, и куртка-стежка, то есть она прошита. Она очень теплая, биопух, это зима, да, зима. Это молния. Да, ой, вообще. Ой. И вот это лаковое такое. Ну, вы видите, да, мы тут уже вообще. Все разговорились, как показали эту вещь. Тут уже вау, говорят вау, все, вау. Понимаешь? Просто вау. Люсенька, Ир, покружись, пожалуйста, покуражься. Раз, два, три. Раз, два, смотрите, какая красота. Люся, не томи, сырчик нам скажи. 15 с чем-то. 15 с чем? Это важно. 800. 600. Я тоже как люблю. 15-800. 600. Ну что 15, ж такое. 600. Девочки, давайте вместе. А можно я померяю эту куртку?
Конечно, Люся, одевай. Мне кажется, мы вдвоем можем туда залезть. Мне кажется, я тоже сейчас выйду. Нет, я ее мерила, она мне тоже. Я просто хочу показать, что она меньше размер. Я сейчас тоже хочу померить эту куртку. Не очень теплая. Ира, а теперь покажи другую. Там еще вторая есть курточка. Только сначала с этой закончите по отдельности, потому что они обе очень крутые. Куртки воздушные, просто воздушные, Господи, они легкие. Дорого, богато. Представляете, девочки, вот это вот лаковое покрытие, это в сырость, это вообще непромокаемая вещь, просто супер. Это бомба, вот это посмотрите ракета, на моем маленьком размере, как это тоже смотрите, смотрится. Как Люся кружится. Вообще, она воздушная куртка уже. Просто. 15800, наполнитель би... 15600, ой, да что... Какая же красота. Ира, ты сейчас меня затмишь. Да, я примерю. Снимай, давай, снимай. Снимай. Да ты что, мы когда увидели эти куртки, мы обомлели. Я когда увидел эту куртку, я просто, я не знаю вообще. Вы посмотрите, какая мода. Вы посмотрите на это. По одному выходите. Все, Люсь, все. Какой класс, как модно. Слушай, Ира, какая ты смотрится. Модная. Люся, какая ты модная. Мы все такие модные. Мы такие модные, да. Какая красота. Ну, я пошел. Я просто хотел это сделать. Ну, держи, Люсь, держи. Да, куртку оставь. Сейчас Ира меня затмит вот этой курткой. Да ладно. Я даже увидела, когда ее на фотографии, там вот в компьютере. Все, держи, не стесняйся. Ну, какая-то новая куртка прикольная к нам едет. А прям живьем она вообще... Ох. Да вообще просто вау. Такое хоть нет, ну... Тут и молния даже, смотри, блестящая. Я тут... думаю, мужские так она и здесь тоже блестя... такие где-то она есть. И здесь блестящие. Нет, тут сами зубцы такие вот переливные. Так, все, а переключаемся. Основа, девочки, основа переключаемся. Свич. Свич. Основа молнии даже с люрексом. Ой, девочки, основа молнии с люрексом. Слушай, а это, по-моему, даже... Это что такое? 60... Это подлиннее уже будет. Ой, курточка, какой да. Дизайн, какой вообще дизайн. Затмило. Кстати, реверсия затмило. Девочки, это шикарно просто. Здесь уже разрезы это по бокам. Шикарно. Куртку можно затянуть. Она, блин, вся в карманах. Ну, вот вся в карманах. Ну прям вот эстетика дизайна, прям вот прям? Кайф. Да, да, такая прикольная. То, что необходимо. То есть это вот низ можно затянуть. Вот посмотреть, боком встань, Ир, ну вот, да, вот, можно хоть как. Вот этим боком, который дорого, я затянула, посмотрите. Какая красота. Ну, она прикольная. Такие же огромадные просто капюшоны вообще. А сзади-то посмотрите, девочки, Ира, продемонстрируй нам сзади, там спинку. Идет вот этот красный цвет, дизайнс. Ой, здесь уже хорошо. Совершенно другая стежка, да, фигурная стежка. Нет, все-таки она посещала какой-то танцевальный кружок, потому что, видите, ее пляс да. всегда и тянет. И здесь же да. молнии, смотри, какие яркие молнии вообще, сколько. Только здесь всего. И резинка окантовочная. А да, посмотри, все цветное. Ой, покажи сиреневое, я не видел это вообще. Какой это тот самый скафандр, да, который ты нам рекламировал? Это эстетика да, Прада, да. То есть мы подведем итог. Черная куртка, она чуть покороче, да, а серебристая куртка, она уже как полупальто идет, я бы даже сказала. Это как полупальто длина. Ну, вообще да. какая блестящая да, молния. Я тебе даже вот... Тракторные серебристые да, молнии. Вот слушай, а если вот так капюшон, то есть... А, там же еще липучка. Липучка, капюшон же, вот, пожалуйста, на липучке. Ну, натуральный скафандр, ребят. Вот посмотрите, как это будет тепло. Тут ни один мороз вас не пронит вообще, посмотрите. И балаклаву еще, чтобы... Еще и стильная куртка еще какая при том. Очень стильная. Вот две такие куртки. Я засмотрелся, у меня слов нет, все. У меня и нет обе слов. Стоят 15 800. 15 600 курточки, девочки. Это ну, масштаб. Заметьте, я сразу с плюсом настоящий. Делаю. Это вообще просто, просто вау. Вы обязаны это заполучить. Посмотрите, какие куртки вообще. Это настоящий хит года. Тут же года. Еще на бегунке молнии вот эта фиговина висит. Да, все, такая она яркая. У меня нет слов, девочки. А здесь у меня нет. Слов. Вот здесь только есть, да? Да? Нам надо вот. Снять она, будет... Кстати, ее можно снять. Люсь! А, нам повесить? Надо будет снять на эти куртки детальное видео. Повесить да? можно на сумку, прям. Например, эту фиговину. Или на ключи. Да, можно как снять. Это какой-то шок. Это снимается просто. Как брелок. Девочки, да, вообще это просто. Шок. Шок это по-нашему. 15 800, а размерчики? 15 600. Пожалуйста, тут 15 600. Видно, Вова. Размерчики. Размеры единые. 15 400.
56-64. Девочки, это надо, это 56, необходимо. То есть и на 56-й, и посмотрите, на мой 48-й, и на 50-й, и у Иры 62-й размер. Вообще просто, тут и 64-й, без подушки. Я бы надела туда еще толстовку спокойно. Еще, пожалуйста, с капюшоном. Нет, вот такое какое-то. И тоже яркое, да. И самое интересное, джинсы. Я имею в виду, по объему, туда можно что-то поддеть вот на меня. Это все джинсы, джинсы, джинсы. Джинсы, джинсы. Все, с любыми джинсы. Я обожаю. Творилась на смерть. Да, все, биопух, не умирайте, посмотрите. Девочки, да, курточки, да. Поставьте, снимайте. Нам, пожалуйста, лайки. То есть куртки просто бесподобные, девчонки. Девочки, заслуживают. Это просто вау. Да, заслуживают Люся, лайки. Продолжаем. И Люся, как мы продолжаем. Еще... А мне не жарко, мне хорошо. А у самого интересного, это куртки-то помощи есть. Их же можно носить. Да, точно. Я же специально надела, чтобы показать их. Пришли, вот сняли. И так пошли. И пошли. Ну еще кто-нибудь сорвет, вы аккуратнее. Не сорвет, вещь. Пожалуйста. Кто-то подбежит, да какая так, куртка. Да, мимо пробегает. Не да, в руках раз, держать, нету. Да, не таскать, пожалуйста. И пошли гулять в торговом центре. Это 10 из 10, все. Вообще, это 20 куртки. Из 20, Вова. 15-600, биопух. Обе девочки, куртки. Девочки, заказывайте, легкие, не пожалеете. Да. Вообще просто. Вау, их надо забирать обеспечен. Просто. Их немного. Потому что редко такие вещицы-то делают. Да, вот все мы... Все разойдутся, вот и вот вы попали все. На такие да. куртки, представляете? Люся, браво, брависсими, это браво, зима зимняя, 15-600. Класс. Вот порадовал ты нас, вот сюрприз ты устроила. Вау, да я сама порадовалась, когда увидела такую куртку. Вообще просто вау. Так. Ну вот еще такая же есть, да, у нас 16-400. 16-400. Вот по размерам, это 62. Да. На серединочку, Ира, пожалуйста, на точечку. Вот тут, кстати, тоже биопух. И тут вот 16, 462 размер, есть еще 64-й и 50 там всякие. С 56 да, по 64 размер. Тут тоже, кстати, манжеточка. Тоже манжет и ткань. Посмотри, какая она да, как бы матовая. Бархат, вообще бархатная, шелковистая да, ткань. Она выглядит как... И стежка, Ира. Можно спинку очень, посмотреть. Да. Смотрите, сколько деталей в этой куртке. Какие карманы здесь. Боковые карманы, но они как будто нашиты, да, сверху. Вот такой дизайн здесь да, идет. Да, они как-то вшиты здесь. Да. Туда и сюда. Черные молнии, сочетание черного и красного. Вообще просто. И длина у куртки Люся. Великолепна. Глубокий капюшон. И молния целиком, да, застегивается. Вот, пожалуйста, посмотрите. Посмотрите, какие вам показываем шикарные куртки. Ничего не говори, Люся. Восторг бесконечный. Можно сегодня спокойно 15-600 будет улучшить на лице засыпать. 16-400. Сейчас 16-400. Да, это, о, это, и это все зима. Вот мы сейчас показываем куртки, все Шутечка. Зима. Шутечка. Как хорошо. Ну, реально очень теплые. Прям очень. Великолепные куртки в магазинах. Модная пышка от всё, Люси Даллас и Рен Лакруа. Ир, а где у вас Люкс? Куртка, которая была с этим? А я что-то не понял, а что у нас пустая сцена? Это красно-черная? Люсь, это что за безобразие? Люсь, нет, я в тебя нет, влюблюсь, нет, конечно. Куртка, в целом, которая у вообще зарница. У нас идет как пилот, черная с белым пушком. На манекене одна. С бежевым пушком. С белым, с белым. Так, Люся у нас что-то про пилота начала. Ты возьми меня в полет, мой единственный пилот, да, или тут что? Мир, я, наверное, занесла. У нас какая-то музыкальная сейчас. Пауза или угадай мелодию, что происходит? Да, угадай мелодию. Пока сейчас Ира мне найдет курс, Люся, я буду к тебе показывать. Вопрос, прекрати, много говоришь. В Новосибирск, ой, что-то Новосибирск написали и удалили, не знаю, что это было, но какой-то месседж. Долго читал. Долго, да, да что-то я... Я всегда начинаю это тормозить в ненужные моменты. Да. Люся, а ты что вся закружилась-то? Какая-то я такая... жду, когда Ира мне даст эту куртку, пока она будет переодеваться. А мы показали уже... все, что хотели показать? Там, по-моему, что-то столько всего. Нет, Ира теперь сейчас будет нарядочку показывать. Сейчас нарядные брюки. Ты хочешь сказать, она все это на себя примерит? Ну да. И все. А вот ее здесь и не было. Да, ты же можешь показать, это она, мне кажется, вот, вот ты это можешь показывать, начать, нет? Да, Ира уже взяла брюки. Ира. Гофре. Да. Что новый, ты задумала, Ира? Новый жакет, вот смотрите, еще одна какая куртка.
Так, что у нас дорого-богато? Да, цена. Так, Люся, вот, вопрос. Вот, ты можешь цену? Люся, сколько она? Что ж ты такая у нас загадочная? 13600. 13600. Люся, отвечай на вопрос. А Эвелина спрашивает, в Новосибирск пришлете? Легко. Без проблем. Эвелина, пишите нам на наши номера. Почта СДЭК, пожалуйста. А давай прямо сейчас номерок мы с Эвелиной запишем. Давай сюда номерок. Сегодня мы, Эвелина, находимся в городе Коломна. Вот наш номерок 916-251-49-12. Если вам надо будет еще раз его продублировать, вы скажите, я вам его продублирую. Вы можете написать... Я подержу, чтобы успели записать. Да, вы можете написать нам WhatsApp по поводу чего вы там хотели заказать, либо позвонить. Мы пришлите свои мерочки, мы все измерим. На этот номер, на WhatsApp. Да, и отправим 916-251-49-12. Спасибо, Люся. Спасибо огромное, моя хорошая. Да, вот она, эта куртка. Ой, какая же так ты девчонки стильная, сегодня Люсь. Продали, одна на манекене, а другую они не вынесли. Я и смотрю, что я не мы вижу. Мы вот с Люсей как раз сегодня подбирали одежду, я говорил, Люсе, надо вот, чтобы было прям секси. Вот сегодня все куртки идут прям вот натурально секси. Да, и все вот как раз тебе под твои штанцы шикарные. Бесподобная посадка, это куртки уже 100% уже проданы, я не знаю, сколько там. Да, аккуратнее, как, надо, чтобы всем хватило. Какое количество, Люсь. Просто вау. Продавалась вся. Да, посмотрите, здесь карманы на магнитах. Ой, как приятно, как я люблю эти технологии. Вообще, Люся. Здесь ой, магнит, да, и, черная и этот, куртка да, этот мех, и белая вот эта окантовка, окантовка капюшона какая и окантовка снизу. Штучка. Посмотрите, как красиво сделано. Не просто пришит мех, а здесь второй слой, то есть ой, на подкладе хорошо, мех, на ласково. Подкладе. Сверху, да, молния. Черная молния, да молния, она даже не черная, кстати, нет, она тоже серебристая, железная серебристая тоже, молния. Тоже может быть там люрикс какой-то сделан, я не знаю. Так, интересно. А помнишь у нас, мы говорили, наполнитель какой? Ой, Вов. Какой-то люкс там, можно, по-моему, да? Прочитай наполнитель, ты в прошлый девочки, раз мне говорил. Девочки, так, наполнитель Альпа-люкс, а я же говорил. Альпа-люкс. Да. Альпа-люкс, шикарный наполнитель. Вот такая подклада, да, черная. Все его очень длину ценят. Длину все видели. Здесь, да. Ну, здесь вообще даже вот изнаночка какая, вообще все бесподобная куртяжка. Девочки. Я смотрю, есть у них внутренний карманчик? Нет, внутреннего карманчика еще нету. Раз, Люси, какие 13600. С 56 по 62 размер. Ой, как же радостно в душе. Вот она куртка. Я смотрю, что я ее не вижу здесь. Да, надо аккуратнее с этим. Так, я проверяю просто, сколько у нас еще осталось заряда, потому что, я так понимаю, планы у вас большие, да? Еще ну, долгие. Ну, сейчас нарядочку пока. Слушайте, я о куртке просто обомлела. Да и вообще ничего не говори. Такие куртки показала, что сама в шоке. На самом деле, большую часть мы уже показали запланированную. А примерно, Ир, сколько вот она, еще красота, эфир? Вова! Люся! Ну вот она просто, великолепная ой, красота. Хорошо. Я сейчас вторую расцвет, зеленая, да. Расцветку покажу. Я бы, правда, поспорил с топом, наверное. Ну, просто он достаточно нейтральный. Да, я бы какой-то, наверное, другой цвет подобрал какой? Бы. Красный? Какой-то... Нет. Не знаю, может быть даже фуксия, нет, зеленый, надо думать, гадать. Нет, здесь прям вот точно Ира одела, это прям в тон, принт. Ты думаешь, Люсь? Да, принт, вот точно Ира одела. Ну, в принципе, нам не помешал бы и вот, белый. Вот, белый, наверное, все-таки белый, девочки, а да. А может быть для особо скромных персон да. Даже и черный? Да, 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 да. Топов да, у нас да, огромное да, да. Количество, нарядки, топы, пожалуйста. На любой вкус? Да, на любой вкус топы. Вот такой у нас образ. Наши брючки плиссе. Да. Я же говорила, она была меньше раза. Ты 58-й надела? Да. Вот представляете, 58-й размер. На 62-й. То есть там плиссе, а она двухслойная. Мне да. Просто рост великоват. И, мне надо да, подрезать. Рост великоват. Они так и должны прям спадать на пол или это нет? Ну все-таки? Просто у меня 164, говорим... а у кого-то 180. А что они будут делать? Не знаю. То есть на высокий рост. На высокий рост. Все, теперь мы все осознали. Да, теперь мы ближе к истине. Я сейчас покажу эти брюки, которые на Ире. Вот эта рубашка. Да.
С перышками, обожаю эти перышки. Вот это украшение, все это снимается. Ну, не стоит сходили на праздник, пожалуйста, сняли образ просто и пошли в офис, пожалуйста. Как у нас это вискоза называется, Вов, ткань? Что? Вискоза, как это называется? Шелк, наверное. Да, она называется Люся. Это что, загадка теперь в мою сторону? Загадка. Господи, каждый раз говорим, и каждый раз я забываю. Давайте думать вместе. Девочки, в комментариях. Ну вот это вот как это... Струящаяся вискоза. Ну все так просто, оказывается. Наконец. А я-то думал. То есть она напоминает как бы такой тонкий-тонкий атлас, да? Но атлас. Это не атлас. Не тонкий-тонкий, я бы сказала, что он достаточно плотный. Наш атлас есть такой. Ну, бывает костюмный атлас. Да, говорите, толстый, девочки, поговорите. А это нарядка, вот рубашка, нарядка. Хороший такой плательный атлас. Да, вот эти брючки, вот они у нас гофре, вот эти брючки. Так. Они у нас двухслойные. Девочки, извините, я немножко вот там сбегаю, все-таки вы так долго говорите, значит, мне нужна зарядочка. Двухслойные, пожалуйста, вот широкие брюки, вот такая резинка, они очень удобные. Да, и у Иры просто у нас длина. Там, по-моему, подкладка замялась. Что сделала? Ну, штанина одна в другую попала, по подкладке. Вот это нарядка, да? Вот смотрите, Ира на себя, то есть 58 размер на 62. Да. То есть я вам говорю, вот у нас 60... Вот блузка размер в размер. 60-62 на тебе, 62, да? 62 ровно. 62. Она нет, без шага. Так, 62. Девочки, мне надо будет 62, они сдвоенные размеры. А, слушай, они, да, они сдвоенные. Пропустите, пропустите мужчину со стульчиком, пропустите. Ой, мужчина, ты куда? Пропустите, ноги-то уберите, так. Вот посмотрите, вот как тянутся, да? То есть очень удобные брюки, очень удобные, невесомые, да, свободный шаговый такой, вообще прям по моде, как сейчас, как трубы носят, да? И все же, девочки, к сожалению, я бы вас попросил плужок не тянуть, потому что... Осталось? Нет, чуть-чуть. Просто мы ограничены в технике. Я не говорю, что прям бегите. Подожди, в я еще панике. Ничего не рассказала, Ир. Я не говорю, что вам надо бежать. Я прогнал стулом своим. В панике бежать не надо, конечно, но как это. Сколько эти брюки стоят? 4800. 4800 брюки, нарядка. Сейчас мы девочек немножко в одной из соцсетей. Блузон на Ире серебристый с 56 по 66 размер. Блузон, я не знаю цену. А как это так может быть? Нет. 7600. Какой? Все, теперь мы можем вещать до утра. А, я думала, ты про вот это. Серебристый. До утра? Нет, до утра мы не сможем. До утра. 3200 серебристый. 3200. 64 размер. 64 размер, да. Ну, то есть они идут в размер. Давай, я подержу так блузку. Так же, как и блузку. А что ты ее подержишь? Я ее сейчас унесу, да и повешу. Да, зачем тебе ее держать, Люся? Это правда странно как-то сейчас было. Ну, чтобы показала блузку. Вот смотри, это держать? Вот нарядка. Нарядка, нарядка, да? Да, Ир, очень какой нарядная размер нарядочка. 54. 3800 ты сказала? 3200. 3200 нарядка. Повышается, да? Было 200 да. рублей, уже 600. И, длина удачная длина, да, все прикрывает. И разрезики есть. И длина рукава, то есть ее как самостоятельную блузку можно, пожалуйста, с брюками. И это вот нарядка-нарядка. И нарядной рубашки у нас две расцветочки. Вот как у Иры была, черно-белая, да? И вот такая с зеленым тоном. 7800. 7800 стоит... 7600. А, это вы расцветочки показываете тоже. 7600. 7600, девочки. И вот это такая зеленая махаоновый принц такой, тоже с перышками. Все, теперь я все понял. Думаю, что происходит вообще. Ну, в это, целом? Да, две расцветки рубашки. Вот все. Это как раз нарядка, нарядка, нарядка. Надевайте на Иру, да. Давайте красоту смотреть. Ну, сколько, может, что вы где был все встали время, я где... А вы одевали махаон уже? Нет, еще. А чего вы ждете, девочки? Время тик-так, так, маленький. Тик-так, цигель. 56-58. Цигель, ай, люлю, они стоят друг на друга, смотрят, держат это. Вы чего? Не гоните меня. Алло, девочки, это маленький размер, он остался 56-58. На Иру мы ее не можем одеть. Махаон остался 56-58. Нет, Вова, не путай. Что такое? Это здесь остался. Здесь остался. Полная сетка есть. 56 по 66 размер. Есть. Все есть, девочки, размеры все есть, просто здесь в колонне у нас осталось 56-58. Да. Как хорошо. Я думал, сейчас Ира покружится в этой красоте. Ну, там много вещей, ты не стесняйся. Я? Да. Ира, подожди, вот она.
Зеленая. А, ну давай. Есть. Там. Нет. Это я сняла. Сейчас Ира покажет. Ну, в общем, я, как всегда, 64. Был прав. Я и говорю, 66. Да, есть. Я говорю, Вова, ты прав. Да, ты прав. Я всегда прав. Вот я не знаю, вот ловлю себя на моменте, что прав парень всегда. Так, куртку умница. Я показала. Есть там что-нибудь мне показать? А, Вова, дай мне голубой вон то пальтишко, шубку. Голубую, под норку, под норку. Что? А вот это? Нет, да, эту, с той стороны, под норочку. Под норочку голубые? Да, которые разлетелись у нас это и остались. Это ты да, веришь? Норка, нет. Нет? Нет. На манекене опять. А ты можешь снять манекена, Вов? Если ты очень хочешь, Люсь. Очень хочу. Но это в самом дальнем манекене. Ты правда сильно хочешь? Я уже иду. Оставьте манекен в покое. Вот, вы показываете, а я достану норочку. Вот еще одна вот рубашка. Да. А что, я не могу ничего говорить, меня же не слышно. Господи. Надо поправить сначала воротник. Иры, мы с тобой сможем. Мы сейчас так расскажем, ты не поверишь. Значит, на Ире прекрасно. Вот как это называется, Ира? Чего ты молчишь? Что? Вот рубашка. На тебе. Прекрасная махаоновая рубашка, блуза на Ире с потрясающими перышками. Посмотрите, какая красота, какая интересная модель. Струящаяся вискоза. Вся размерная сетка девочки есть. Выглядит интересно. Прекрасно. 64-66. Но я что-то сюда бы добавил. Вот стою, думаю, что ли. Ты как думаешь, Ир? Что? Бриллиант какой-то, да? Может быть, какой-то большой цветок хэрстайл сделать? Ну нет, тогда нет. Тут перья, тут цветок. А что так, интересно? Мне кажется, не хватает какого-то большого... Не, ребята, лучше. Ребята, вы, ребята, как хотите, но эта вещь все-таки застегивать рубашку не надо. Почему? Она должна быть расстегнутым в виде. А, расстегнутая. Просто Ира, наверное, не одела там... туда какой-то топ. Я просто да? уже сняла топ, когда Всё, мне подсунули. Всё, сознали. Там шарм. То есть вот две расцветки, да? 7600. Ну, мне кажется, 7600. Да, мне кажется, все-таки большой какой-то пышный убор тебе подойдет. Ну, вот я и в норковом полупальто. Да, раз, два, голубая три. Голубая норочка. Три. Да. Голубая. Да, Люся. Дымчатая такая голубая. 15. Опять цену забыла. Ой, я вообще запутался уже, даже не понимаю, как меня там величать. Вова, ты можешь, я повернусь, а ты посмотришь цену. Ну, есть только очень аккуратно, Люсь. Очень, я очень аккуратно. Что-то поймем, что-то осознаем. 15-600, Люсь, ты была так права. 15-600, да. Посмотрите, 15-600, какая вещь. Да. Остался один размер, 56. Девочки, разбираем, какой нежный подклада. Цвет. Просто нежный. Тут цвет, да, тут просто цвет великолепный. Только дымчатый. Из-за цвета уже дымчатый, необходимо нажать дымчато-голубой, дымчато-голубой. Такой пальто. Рубрика-то покупаем, поторапливаемся, да, Люсь. Да, как раз по сезону. Один размер остался. 56. Девчонки, забирайте. Скорее, вау, надо брать. Просто вау. Данки и пуговички здесь, кнопочки такие вообще. Да, ой, хорошо. Как вау. Хорошо, Люся, ты такая так. Молодец. О! Разбавим. Разбавим черный ярким цветом. Вот, и сюда даже... Фуксия. Да. А что, да? Ну, белый какой-то, бежевый у вас верха были, вот это как раз для фуксии. Для игры с фуксиями время пришло, наша рубрика. Постоянные. Не, а мне кажется, здесь ничего он не говорит, нужно. Он говорит, что у нас было белое, бежевое, черное, да, а теперь вот что-то яркое пора. Нет, я говорю, с фуксией хочется чего-то белого, вот этого бежевого, что вы примеряли, совсем не на те цвета. Я не поняла. Господи, с фуксией сверху какой-нибудь белый пиджак. Люсь, ну чего где ты не поняла? Ну, у нас бежевый. Есть белые пиджаки, мультиколорные. Что-то где светлое, у господи. Хочется замиксовать эту фуксию, хочется угореть по-крупному. Люсь на меня и смотрит. И белый жакет у нас и есть. И Ира тоже на меня смотрит. Ир, ну ты-то чего? Люсь. А, кстати, а где у нас жакет фукси? Опять Вов, все Вов, ну ты начинаешь какие-то вопросы это задавать, все и все... Ну вот он, мультиколорный. Ой, девки. Нет, нет, а не нужно фуксия. А какой это размер-то? Ла-ла. Это размер ты несешь маленький. 58. Ну, как я мчусь, прикину, вот так. Как тебе вот, я стремлюсь. Вот, пожалуйста, потерял. Ты этого хотел? Да, я хотел светлого наверху, но не расписного. Просто светлого. Блин, какой не угодишь ему. Просто тут хотел я смотрю, светлого. Я смотрю, что не женат. Вот так, наверное, и невест выбирает, прикинь. Почему-то он не женат.
А почему-то я не женат. Кто тебе сказал, что он не женат? А вот Ира на меня прям... Все на меня Ира накопала. Кто тебе сказал? Нет, вот. А вот так не нравится таким жакетом? А я тебе не скажу, Ир. Все тебе расскажи да покажи. Чего, Люсь? Вот таким жакетом не нравится? Ну нет, нет, неплохо, но я хотела именно увидеть что-то такое однотонное. Не-не, я не поверю, что он жена. Однотонная. Переберушка. Блузка однотонная, и так, куда еще однотоннее? Да, зачем два однотонных? Ири минус балл сегодня. Она не слушает мужчин, она ведет себя очень агрессивно. Была. Ключевое слово да, была. Да. Ну, вот, кстати, Ир, говоря, потом вот этот жакет наверх повесить. Мужчины вот это одинокие. Ира. Да, надеюсь, что давайте поговорим о блузке уже. Зачем вот эти бегания за жакетами под этот тон? Я не понимаю. Так, а я не взял опять это ведро с холодной водицей. Надо Люткин пыл остудить. А я не взяла ведро с кипятком. Ой, понимаешь? Как агрессивно, Люсенька. Ужас какой-то. Давай, Ир, на передний план. Ужас я какой-то. Я хотела подсматривать цену. 4800. 4800. До 66-го размера. Яркая, да, просто насыщенный цвет. Я обожаю фуксию. У нас фуксии и топы есть разные. Но... И разные оттенки. Да, но они разные оттенки. Но вот это очень красивый. Но и сюда... Вот очень красивый. Но сюда, мне кажется, нужен какой-то более светлый тон вот брюк. Да. Да что он все с этими светлыми тонами брюк сюда? Вова, Вова, нарядка, она всегда нарядка. Низ черный. Черный, причем плиссе и красивая блузка, яркая фуксия. Что все ты хочешь? Пришли, вот так оделись, и все. Это форма одежды. Блузон с 56 по 66 размер, цена. Я посмотрела и опять забыла. У меня компьютер же есть, что вы меня заставляете? 4800. Я бы даже сюда и украшений никакой не вешала, потому что здесь горловина красивая, фигурно. Она так, украшена, ну, да. 4800. 4800. Все, успокоился? Нет, я хотел продолжить. А что ты белый классический жакет не показывал, когда мы были в Орехе? Не говорил. Ой, ты знаешь... Там у девчонок есть два вообще белоснежных жакета. Нарядка, нарядка. Мы же показывали их с атласными черными платьями. Нет, я тебе отвечу, Люся. Я человек творческий, и как у всех творческих людей, у меня бывают вот эти волнообразные перепады Можно настроения. Можно я накину на кролик? Да, 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 накидывай, пока я говорю. Творческого потока вот эти чакры открываются не всегда, понимаешь? Вот так вот я тебе отвечу. Ну как? Ну как, все великолепно, но вот джемперок я, конечно, бы заменил. Господи, я же из джемпера показываю, я же не могу на голое тело сейчас перед тобой, перед экраном это все снять и одеть. А что мешает? Да, конечно, нас сразу а блокирует, что, Вова, Вова. Я же говорю, прям на голое тело, ты так накинула, вот посмотрите, а потом какой у нас... Есть нарядный жакет. Угу. Это просто вау. Да. Ткань. Вот да. Это нарядка нарядкой. Эти жакеты у нас 56 по 66 размер. 66 размер сразу ушел. Сразу убежал, продан. Да. 64 еще один есть. Еще один. Самые первые ушли у нас самые большие размеры. Подклада чисто белая. Да. Вообще изумительно скроен по посадке. По ткани подобранный, великолепное вообще сочетание, мультиколорный такой. Ой, оттенок на не белом, говори, да, Люся, красота, и зеленые, да и черные, и розовые тона. У нас, кстати, к этому жакету еще были розовые брюки, они еще остались, несколько штук, я не знаю, здесь у девчонок проданы, в Орехе розовые, есть да, розовые брюки, интересно. Вообще сочетание. Да и с черными классическими брюками этот жакет тоже будет смотреться, ну, смотрится, просто великолепно. Да. Все, хороша, я его продемонстрирую. Хороша. Поэтому я и говорю, у нас жакетов огромное количество. Цена жакета 11800. Люксик такой, да, дорого-богато. Это, это недорого, Вов. Для такого жакета это, можно сказать, за даром. А, без, то есть very affordable. 11800 да? Это недорого для такого жакета. Understand, поняли, записали. Даже посмотри, я что нашла. Вот такие брюки наши. Да. Наши фиолетовые брюки под этот жакет.
Да, интересно, но тогда будет не хватать золота. Но это мы тогда сделаем черные ботиночки с золотой пряжкой. Вот, пожалуйста, смотрите, всё. Какой комплект яркий. Да, хорошо. Просто девочки. Вау, вы царица бала. Вы лучше. Да. Так, Люсь, ну как, немножечко нам надо с тобой это как-то, ну как это сказать, побыстрее. Вова, что ли? А ты попросил, чтобы нам поставили лайки? Девочки, поставьте лайчочки, пожалуйста, поддержите Люсю Даймонд, Вову Люкс и Ирен Лакруа. Посмотрите, какой еще у нас топ есть. Это тоже новиночка. Новинка, это девочки. Это тоже новинка. Здесь у нас принт пайетки. Причем пайетки, пожалуйста, вы можете нарисовать здесь все, что хотите руками. Любой себе принтик. Золотые пайеточки. Люсь, нарисуй мне Эми Вайнхаус. Прямо сейчас? Да. Здравствуйте. Топы у нас 56 по 62 размер, цена? 4800. Поближе покажи, Люсь, такая вещь интересная. Давай 4800. Рассмотрим этот топик все-таки. Сейчас я тебя скоординирую. Назад, Люси. А, не, ну если ты, поближе, давай, вот да. Давай вот так ты подержи, вот так, с той стороны. А ты рисуй, Ир. Да. Раз, два, три. Смотрите, раз, два, три. Смотри, как хорошо. Ира нарисует мне Эми Вайнхаус? Я даже не понимаю, о чем ты говоришь. Мне нужен переводчик. Все, понятно. Вот такой спущенный рукавчик. Класс. Ткань у нас нарядочка, вискоза, 4800 топ. Хорошо. Вообще нарядка, хороша нарядка. Штучка. Под жакет, пожалуйста. Люся. Можно как свободно, как блузку отдельно, с брючками, с юбкой. Будет просто вау. 4800. Ира, я ждала, что ты жакет новый покажешь. Где я его возьму? А ты унесла с золотым топом жакет с поясом вместе с брюками. А, да. Покажу еще, ну подождите. Ну вот еще один, что? Еще один комплект, висит. Да? Да. Брюки у нас, нарядка. Мы так и оставили эти брюки. Это все те же брюки, да, все те же одни. Может, нам другие уже брюки одеть? Да нет уж, хватит. Там уже остался один комплект, вот эти брюки с той. Хорошо, с той и блузон. Такой вроде, казалось бы, классический блузон. Да? Здесь ткань также струящаяся вискоза. Немножко сжатая, как будто. Сжатая. И она такая комфортная, она прям по телу струится. Рукавчик длинный, длина рубашечная, хорошая. Вот этот бант, который можно и распустить. Да. То есть у нас воротничок получается стоечкой. Можно бант пониже сделать, как хотите. Можно галстуком. Можно розочкой. Ну, галстук, все, наверное, все-таки не стоит. Вот изначально было как такая диоровская эстетика, да, да, классическая. То есть очень и даже. Принт. Что у меня сегодня с рукой? И принт какой, Вова. Никто не знает. Да, Люся, какой принт? Ну? Какой? Гусиная лапка? Пьедепуль. Пьедепуль, ну, конечно. Ну, это же переводится как гусиная лапка, я и говорю. Да, да. Нет? С 56 по 66 размер цена. How much? Не знаю. How much? Сходи вон туда, смотри, вон там за полосатым же. Вот, да, давайте. Второе. Сейчас давайте поиграем горячо-холодно. Теплее. Теплее. Горячо. Теплее. Нет, куда пошел? Все, поиграли. Ценничек сверху. 5600, девочки. 5600. Блузон, рубашечный крой, рубашечный. Вообще классная блузка, вообще бесподобная. Тот сам материал, да, какой. Он смотрится. Можно в Министерстве иностранных дел выступать. Да, просто вау. Именно там, да. Да. Почему на нет? На тебе какой размер? 62, 64? 60. 60? Великолепно. То есть они такие еще большемерочки, большемерочки. У Иры объем 134, 134. Ира, покажите, запомните, пожалуйста, покуражься для нас и нет, грация. Она боится, грация, что она запутается в брюках. Да, и, кстати, брюки, да, можно переодеть, чего их мучить, правильно? Остался, да, последний комплект, и все. Ну ладно, уговорили. У нас Люся, еще один комплект, Люсенька, да, и все. Люсенька, да, моя, да, хорошая, расскажи мне, как у тебя дела. У меня шикарно. Как ты себя ощущаешь? Я просто, а вот от этого топа просто... Да, вау, ты такая молодец. Вау. У нас там еще ведь есть все. Сейчас это еще, сейчас блузон какой покажу. Я все жду, вам, когда, да, же она покажет, уже все расскажет. А она что-то тянет. Ну, Ира, тянет, да, вот такой блузончик еще у нас есть, посмотрите. Это вот тоже нарядочка, да, да. То есть у нас спинка идет, трикотаж, вискозный трикотаж. Да. Широкий блузочный рукав. Роза трендовая, там опа, да, такая. Здесь, да, уже у нас... Совершенно другая идет конюшка, хлопок идет, mm-hmm, красивый у нас цветок розы, да, да, это сочетание двух тканей,
трикотажа и хлопка. Ой, как хорошо, смотрится девочки. Блузка великолепно, сидит просто изумительно за счет вот фактуры, да, вот этот трикотажа, который тянется, он с эластаном, да, красивый, здесь богатый вырез. Вот этот цветок розы находится на своем месте. Красивый блузочный рукав, тащи широкий. Поближе, не стесняйся, что-то далеко ты от нас стоишь все время. Вот, давайте розочку рассмотрим. И вот сюда тоже нам. Розочка у нас не отстегивается, она пришита. И висюлечки такие приятные, не какой-то тяп-ляп, а прям хорошо. Ну, вообще, просто супер сделали дизайнеры. Великолепная длина, то есть паховую зону закрывает. По бокам у нас идут разрезики. Угу. Размер с 56 по 66 размер. А, цена, Вова. Да, Люся, давай, давай сюда. Я тебе все расскажу сейчас красиво. 7200. Ой, как хорошо. 7200. Это все нарядка. Вот все показываю блузки. Тоже это все премиум. Наряд. Вот я как, знаешь, как это выход невесты в конце дефиле. Так. Вот он наш жакет. А пояс где? А мне нечего подпоясывать, но есть пояс. Ну а где я тебе его дал, этот пояс? Я не знаю, он, наверное, там где-то. Ну вот его надо найти. Ну а что мне подпоясывать, скажи, пожалуйста. Показать, что подожди, или ой, вот сразу здесь так захотелось на какой-то праздник сходить, понимаешь, на какую-то свадьбу, на какой-то юбилей. А у тебя какой-то размер? Посидеть хорошенечко. 62-й. Забыв подарок, мне кажется, он тебе понимаешь? Большеват 62-й. Мне кажется, он такой должен быть. Да? Что вы такой, там, как девочки, давайте а, к нам, как кимоно, мы на вас смотрим. Давайте, поворачивайтесь, да. Вот мы такой, опс, это уже новинка, нарядка, нарядка, рукавчики да. Рукавчики такие прикольные. Очень фреш. Да, вот показываю да, рукава. Да, я сейчас туда приду. Какие пушистые, тут а? Ты посмотри. Из нее растут волосушки. Как хорошо, девочки. Такое какое кабаре. Украшение, да, красивый топ. Тут топ может быть любого цвета, да? Mm-hmm. И даже белый. Может и платье быть внизу, не обязательно. И, платье, и на платье, пожалуйста. У кого платье, кимоношки, да, короткий рукав. И на платье, пожалуйста. Мы, кстати, под этому жакету платье ведь заказывали, а платье еще не вышло у них. О, такая же у них снизу, вот оборка-то платье. Во, да, на выставке вот смотрели. Фильм, как ее, с Лайзой Минелли, она там поет, и у нее такая бахрома на платье. Вот так вот. Так вот очень, очень красивый рукав, просто воздушный. Это прям нарядка нарядкой. И ткань у жакета нарядка. У этого жакета еще есть пояс. А если у вас есть талия, то можно пояс родной, который из такой же ткани, заменить на какой-нибудь да не обязательно, широкий, там кожаный, просто... тонкий. Знаешь, вот как сейчас... который вот так наматывается. Да, именно тоже широкий, будет да, будет очень красиво. И длина жакета, то есть это, пожалуйста, под брюки, можно и под юбку с топом, и на платье. Вообще жакет просто вау. Очень торжественно. Это нарядка, нарядка, нарядка. А у нас, кстати, у тебя есть малиновый топ? Он маленький. Он маленький остался, да? Тут и яблоко пойдет, и сиреневый топ, и белый топ. Ну вот серебристый, то есть золотистый топ, это прям вот нарядка-нарядка. Да, и это уже Новый год! Новый год! Люся, да, вместе настает он у самого порога. Вот что видишь, ты молчишь-то, нас... Люся? А почему я должна петь? Это вообще-то ты поешь, а не я. 5 минут Ира. Их осталось так немного. Он говорит, я хрип, пожалуйста. Все, не надо, хватит. Распелся, все поздно. Жакет из 56 по 64 размер. Цена. Ну, не я же одеваю. Я ничего не вижу сейчас. Я ничего не помню. Проблема в этом. 7200. Ой, как хорошо. 7200 жакет. Шикарный жакет, ну, девочки. Ну, новогодняя ночь. Пояс королева надо было, конечно, показать, что у него пояс есть. Да. Не тебе показать, просто показать я пояс. Подожди, он там на чем-то висит. Так, Рен Лакруа снова исчезает из наших это сцен. Вот была, это вот была нарядка-нарядка. Жакет просто вау, да, вот этот рукав. Посередине, никто Люся, не, люблю, не найдет такого жакета. Вот это нарядный жакет. Не классический, а именно нарядка. Да. Вова, мне кажется, мы показали уже все. Да? Да, там есть все несколько штучек, но время-то уже 7. Да, да. Я просто проверю, Люсь, на всякий случай, чтобы не он быть... мне не верит. Я тебе не верю. Ты все, а, Ира, что было ты можешь жакет меня... снять, не раздевайся, я тебе другую накидку дам. Я иду но я тебе не верю. Давай. А вы тут уже, да?
Изменяете мне с другим пакетом? Нет, нет, нет. Люся! Ну, вот он, вот поезд. Он, поезд, да, вот. Ну, завяжи. Ну, это же порнография, господи, прости, мне нельзя пояс. Ну, почему? Люся, ну, что... ой, то есть Ира, язык твой враг твой. Ну, потому что же капец. Нет, ты зря так говоришь, Вот, пожалуйста, жакет с поясом, хорошо, может развязать. Ну, не то, ну, не то, что показали. Ты сказала. Нет, это ну, не то, то что ты говоришь, сказала. Да. Наоборот, такая скромница, школьница, где? Я даже не знаю. Училась в институте. Ира, еще давай. Вообще, вот, ой, Ира озорница, вот эти вещи. Конечно. Вот это я прям могу сейчас поверх вот этого накинуть. Вот, это я вот уже приношу те вещи, которые надо показать. Ходил парень, молодец, тоже исполнительный такой, трудящийся, ответственный. Певец, модель. Ну, слушай, когда же у него язык отвалится? Это вот такой кардиганчик. Это опять тоже же нарядочка у нас. Это у нас шифончик. Ты, наоборот, пожелай мне хорошей жизни, Ира. Ты что такая хорошей... злословная? Это ужас какой-то. Кстати, у нас... Подождите, я вообще говорю, а у вас какой-то свой словесный понос идет. Ты перебиваешь, вот в чем твоя проблема. Да, конечно, у вас словесный понос идет. Ну, а что, понос, порно, дальше что? Покакать, посикать. Давайте в это сейчас сольемся. Мы начали с Ирой говорить. Люся влезла. Вы не о том говорите. Залезла. Да, здравствуйте. Вылезла. Ваша тетя. Ну, давайте же по существу, девочки. Кимоно. Вот оно. Люсь молчит. Короче, так говорить. А я теперь буду молчать, вы разговариваете. Чем мне говорить? Чем мне разговаривать? У меня микрофон нет. Ой, девочки, тяжело в женском коллективе сегодня, вот честно. Очень у нас хорошо. Почему очень сегодня? Они, всегда тяжело. Очень они какие-то это негативно это заряжены. Жакет, кардиган, накидка, да. Накидка. Это у нас такая сетка, да, сетка шифон. Шифончик, тонкий шифон, крупный горох бежевый. Все привыкли к белому, я здесь бежевый тон, да. Опять же сочетание с топом. Это также можно на платье комбинацию накинуть, да. С любым топом, на блузон, на блестящий блузон. Ну, в общем, как-то так. Ну да. Вот это все нарядка, да? Застежек у нас нет. Прилагается к комплекту нет, пояс. Тут есть крючочек. А, есть все-таки крючочек. Пожалуйста, можно без пояса. Размер с 56 по 66 и цена. Сейчас узнаем. Та-дам! Три восемьсот. Вот такая накидочка, нарядочка. Так, Ир, ну вот это тебе придется примерить. Ну, что ж поделать. Все. Посмотрите вообще. 3800. Вот такая нарядка. Кстати, а где у нас этот топ? Золотой топ. Он подойдет, между прочим? Под это. Должен подойти, Вов. Как ты думаешь? Не знаю, я ничего не говорю, Люся, все, я замолчал. А, пань, обиделся, ладно. Вам слово, наша постоянная рубрика. Вам слово, женщина. Женщина говорит. Пожалуйста, Вова. Как? Да, Люся. Да я тут просто с одним девайсом вожусь, у меня некоторые проблемы. Ты я же не вижу. Разогревай. Я же не вижу, посмотри. Вот, да, очень вот хорошо. Такой комплект, посмотрите. Очень хорошо, топ. Но концептуально, я тебе так скажу. Тут да. Уже нужны какие-то, не знаю. У тебя, кстати, были джинсы, Люся. А, фантастически серебристо-космические. Ты знаешь, можно уж угодить. Ой, нет, они зауженные, да? Вов. Нет. Есть. Сюда нужно широкие брюки. Да? Нет, они зауженные. Либо классические, те джинсы, они, конечно, классные, но они зауженные. То прям внезапно кого-то вот, космоса пожалуйста, захотелось. Посмотрите а вот вообще. Не все черное. Да, я понимаю, черный всегда, нарядка черная, но посмотрите, какая туника. Сочетание. Да, да и оранжево-коричневые тоже сюда подойдут. Да. Нет. А чего? Вов, ты чего? Это нарядка. Это нарядка. Здесь нарядка, здесь и брюки должны быть. Нарядка. Вот, пожалуйста, посмотрите. Вот те, которые у нас были сжатые, подходили прям тон в тон. Помнишь, широкие такие? Да. Вот те были. Вот, пожалуйста, вот такой цвет брюк. Это все нарядка. Это, кстати, одна коллекция. Фиолет. Да, это все одна коллекция. И вот такая, как
такой красивый блузон. Опять фиолетовый, оранжевый, рыжий. Шикарная вещь. Ой, чую, какой-то премиум класс сейчас пойдет. Да, и вот такая расцветка. Это все вот прям нарядку мы вам показываем. Вообще. Что-то сейчас дорого. Брючки у нас 6600. Блузон 7000. А этот 7800. А это 7800. Это прям вообще вау. И ткань какая. Здесь все, это как раз нарядка идет. Прям хотел сказать шелкография. Как у обоев. Нет, ну правда, это... Да, я не знаю, что это такое. Приятная ткань, я тоже... Ну вот нарядка, да. Шелковые напевы, да. Да, вот у нас модель мотивы. Брюк в черном цвете и фиолетовым. Черный уже остался мало, а фиолетовым уже раз, два, три, четыре. Шестой заказ у нас вот по этой расцветке идет. Они подходят под любой цвет блузона. Люсь, ты завешала еще, спрячься. Ира, держи. Он мне предлагает спрятаться за вешалом. Нет, ты встала, мы тебя не видим. А у меня места нет. Я же не могу сдвинуть Иру, да, потому что так она модель. Все, мы же все живые люди. Можно сказать, Ирочка, немножечко подвинься, моя хорошая. Вместе как-то встали. Смотри, видят, я везде зрители, тут могу ходить. И вы тоже можете Ир, перемещаться. Кстати, вот девочки. Этот тон классный. Фиолетовый? Фиолетовый. Мы же все взрослые люди. Скажи, вот этот уник Иры очень к лицу идет. Вообще. Очень расцвет. Идет, да, только штаны просто надо поменять. Все, она будет все, лучше. Я уже поняла, сейчас на свои, и все, и пойдем да. По домам. Какие да. Штаны поменять? Ну, штанцы вот другого цвета, нравятся, другого но... цвета нужны штанцы. Но я не спорю, эти черные сюда не годятся. Черные они подойдут под черное, там, под белое, ну вы но меня просто поняли. Просто уже переодеваться сейчас еще раз. А я все, вот все, 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 все у нас заканчивается, Ир. Все, но мы показали вот эти брюки. Вот они под эти брюки как супер, раз подходят. Все это супер, главное качественно, ой, грамотно сочетаем и все, и приходим в модную пышку, звоним, все, не забываем. Все, Ира переодевается. Девочки, ставьте лайки. А про лайки мы так сегодня ничего не сказали. Вот сейчас Люсенька нам как раз расскажет, как ставят лайки. На то, что сами зрители поставят нам лайки, мы, потому что мы такие офигенные. Мы верим. Мы офигенные, мы верим, да. Мы верим и ждем. Люсь, рассказывай, как ставить лайки на Ютубе. А я не знаю, ты а знаешь. Просто два раза можно тыкнуть клик, пальчиком, да, клик-клик и будет да, лайчочек. ВКонтакте так тоже можно. ВКонтакте не знаю, но если так, девочки, поставьте лайк, можно, тоже да? Два раза так тык-тык. По... И ВКонтакте также давайте можно. Давайте подтык-тыкаем в экран. Подтык-тык-тыкаем да. В экранчике, да. С вами были Господи, алло, Вова, алло. Как у тебя дела? Ирен Лакруа, Люси Даймонд, Вова Люкс. До новых встреч, девочки. Пока. Пока. Ой.